Она занимается вопросами гастроэнтерологии.
Вообще так исторически сложилось, что в Советском Союзе кафедры пропедевтики занимались вопросами гастроэнтерологии, соответственно, я этими вопросами, так скажем, исторически так сложилось, что я занималась. Два слова о Новосибирске, это полуторамиллионный город плюс 1,5 миллиона область, и известен он, помимо всего прочего, и тем, что Сибирское отделение Академии наук действительно расположено у нас в Академгородке с 60-х годов. У нас много научно-исследовательских институтов. На разных этапах по-разному мы с ними, как учебное заведение, кооперировались. Ну, во всяком случае, мы с ними дружим, и это очень важный момент нашей, так сказать, деятельности. В своей жизни я всегда занималась вопросами терапии, то есть была интернистом, занималась внутренней патологией с акцентом на гастроэнтерологию. И мой взгляд, так скажем, не то чтобы радикально изменился, но дополнился, честно говоря, нашими с начала лет 14 назад. Мы от лица нашего университета дружим с несколькими университетами в Китае. И мы несколько раз туда ездили и знакомились с организацией процесса и педагогического, и научно-исследовательского там. И то, что, в общем, произвело очень сильное в свое время впечатление, это именно комплексный подход к лечению пациентов и попытка адаптировать восточную китайскую медицину, адаптировать ее к современному уровню развития науки, к современным европейским, традиционным, западным подходам к человеку. И посмотрев на лаборатории, которые там созданы, посмотрев на то, как они занимаются даже одним фрагментом, это адаптацией их травяных сборов, сборов их трав, и попыткой интегрировать это в комплексное ведение пациентов, произвело очень сильное впечатление. То есть, с одной стороны, это очень высокий уровень научных исследований, самый современный с точки зрения химии, фармакологии и так далее. А с другой стороны, это детальное изучение того, чем они много веков, я бы сказала, тысячелетий, традиционно, интуитивно пользовались. И, безусловно, вот этот подход, когда у нас есть возможность для каждого конкретного пациента выбрать разные подходы. Где-то исключительно традиционные европейские, где-то комбинация, где-то исключительно комплементарные варианты терапии. Поэтому само по себе слово «альтернативная терапия» мне не очень нравится. Мне нравится слово «комплементарное», взаимодополняющее друг друга. И поэтому для того, чтобы хорошо владеть современными, самыми разнообразными ответвлениями медицины, которые были, есть и продолжают развиваться, мы должны хорошо понимать, так сказать, структуру возникновения патологии, в том числе и традиционными моментами, и четко понимать, вот это мы можем нашими, так сказать, традиционными европейскими, западными подходами, а это мы никак абсолютно не можем, поэтому давайте будем искать какой-то комплексный подход. Тем более, что мы понимаем, что засилие фармакологических подходов в мире совершенно колоссально, и понятно совершенно, что это своего рода тупик развития. Потому что, ну, я понимаю, 2, 3, 4, 5 наименований лекарственных препаратов, а когда это уже переваривает к 10 и больше, понятно совершенно, что должен быть какой-то другой интегративный подход к регуляторным вопросам, который просто количеством лекарственных препаратов, ну, практически невозможно решить. И, собственно говоря, именно с этих позиций мы обсуждали вопрос, так сказать, с нашими спонсорами моего приезда сюда. И именно с этих позиций я свое сообщение вот на протяжении, так сказать, этих дней нашего с вами общения попыталась и выстроить.
И, конечно, наверное, в гастроэнтерологии, а сейчас мы будем с вами говорить, конечно же, о гастроэнтерологии и прежде всего о гастроэнтерологических заболеваниях, мы с вами понимаем, что на сегодняшний день есть все болезни, которые возникают у пациентов, связанные с желудочно-кишечным трактом, мы условно можем подразделить на три большие группы. Они очень разные. И поэтому очень важно, общаясь с пациентом, четко понимать, какая ключевая группа патологий является доминирующей у этого конкретного пациента. Большая группа – это органические заболевания желудочно-кишечного тракта. Мы понимаем, что такое органические заболевания. Органические заболевания – есть морфологические изменения, которые мы с помощью наших методов и диагностики можем выявить. Это язвенный дефект, нарушение слизистой, где бы он ни был. Это полипы, это опухоли. То есть это морфологически доказанное подтверждение патологии. Механизмы развития очень разные, какие-то более понятные, какие-то менее понятные. Но здесь мы должны очень четко понимать, независимо от того, беспокоит что-то пациента субъективно или ничего не беспокоит, а мы случайно выявили ту или иную патологию, мы в нашем лечении ориентируемся именно на эту патологию. Был полип, мы его убрали, и на этом месте нового полипа не выросло, значит, мы с вами молодцы. Независимо от того, беспокоило что-то пациента или не беспокоило. Мы нашли у него опухоль, но мы же не будем лечить эту опухоль, ожидая, что его что-то будет беспокоить. Мы начали лечить эту опухоль, опухоль ликвидировалась, ее нет, нет отдаленных последствий метастазов, и мы, соответственно, с вами молодцы. Независимо от того, беспокоит что-то пациента или нет. То есть, когда мы с вами работаем с группой органических заболеваний, хорошо или плохо лечим, критерием эффективности нашей терапии является оценка исчезновения того морфологического дефекта, который мы обнаружили. Классические примеры – воспалительные заболевания кишечника, если мы будем преимущественно о кишечнике говорить, ишемический колит, кластридиальный колит и так далее. А в гастроэнтерологии появилась еще одна, то есть всегда предполагалось, что она есть, просто мы не все могли диагностировать. Появилась группа заболеваний, следующая, вследствие нарушенной моторики. Но мы понимаем с вами, что весь желудочно-кишечный тракт постоянно находится в состоянии активного сокращения, перистальтики, эвакуации пищи, перемешивания ее, поступления из билиарного тракта определенных, так сказать, компонентов из поджелудочной железы и так далее. Долгое время мы понимали, что это есть, но могли диагностировать нарушенную моторику только в крайних случаях, когда уже процесс зашел очень далеко. В большинстве случаев при нарушениях моторики мы фиксируем разные симптомы. Симптомы нарушения эвакуации из кишечника, симптомы затруднения прохождения пищи по пищеводу и так далее. Но в последнее время появились методы диагностики моторных нарушений. То есть современная медицина их имеет. С одной стороны, это радиоизотопные методы, они довольно давно были. А сейчас появились, кроме того, манометрия, так называемые способы диагностики моторных нарушений. Это манометрия высокого разрешения. То есть вводятся аппараты, которые регистрируют изменения внутрипросветного давления. И на основании характера этих изменений можно выявить моторные нарушения. Лучше всего обстоят дела с пищеводом. Там существуют международные классификации и так далее, и так далее. С кишками ситуация стоит похуже.
Но все-таки инертная толстая кишка, псевдообструкция – это те ситуации, где мы с вами на эти моторные нарушения как бы ориентируемся. В чем проблема всей этой группы заболеваний? Проблема с лекарственными препаратами. Их в мире не очень много, традиционных, так называемых прокинетиков, которые бы непосредственно на моторику влияли. И поэтому здесь мы вынуждены комбинировать, используя биорегуляторные методы для того, чтобы подкорректировать эти моторные нарушения. Хотя мы научились уже их диагностировать. И, наконец, есть огромное. То есть по всей мировой статистике примерно 70% пациентов, обращающихся с гастроинтестинальными жалобами, это пациенты, страдающие так называемой функциональной патологией. Но термин «функциональный» не очень нравится, потому что как будто бы под термином «функциональный» мы всегда подразумеваем нарушение функции. А это не всегда так. И сейчас в мире это называется, вся последняя литература последних нескольких лет, эти заболевания называются gut brain axis. Gut – это желудочно-кишечный тракт, brain – это голова, axis – это оси. То есть на этой оси возникают голова, спинной мозг, желудочно-кишечный тракт, разного рода повреждения, которые приводят к тому, что прежде всего у пациента возникают симптомы. То есть заболеваний gut brain axis без симптомов не бывает. И мы диагностируем эти заболевания на основании симптомов. И мы эти симптомы лечим. И сказать, хорошо или нехорошо мы вылечили, зависит от того, ушли симптомы или нет. Никакого другого маркера, хорошо мы полечили или нет, не существует. Кроме, условно говоря, доволен пациент или недоволен. И это нужно очень хорошо понимать, когда мы общаемся с пациентом. Одно дело, если контролем нашей с вами деятельности является, зарубцевалась язва или нет, ушло воспаление или нет, исчез полип и снова не возник, или опухоль какая-то другая. И совершенно другое дело – gut brain axis. Мы его обследуем, никакой грубой патологии не находим, а человек страдает. Как я говорю, принципиальное отличие гастроэнтеролога от врача-интерниста или терапевта заключается в том, понимает он, что такое функциональная патология или нет. Это очень сложный для общения пациенты. Весь мир уже долгие годы ломает голову, что с ними делать. Траты во всем мире на лечение этих пациентов огромные. И вот здесь подходы, связанные с применением не классических европейских, так скажем, подходов, а именно сочетание разных методов, представляет собой огромное совершенно, так сказать, поле для нашей с вами деятельности и хорошую эффективность. Что еще очень важно в современной мировой медицине? Когда я начинала работать, отношения врач-больной были такие. Вот это врач, а вот это пациент. Врач сказал, пациент должен сделать. Отношения сейчас между врачом и пациентом совершенно другие. Они партнерские. Вот врач и вот пациент. И мы должны найти с пациентом общий язык, не просто сказав ему, тебе нужно делать первое, второе, третье, а попытаться объяснить и сделать его нашим партнером в отношении его собственного здоровья. И, наверное, все мы с вами смотрим фильмы, где это видно, когда вся семья приходит к врачу, и врач говорит, есть такой путь, есть такой путь, есть такой путь. Рассказывает доступным языком сильные и слабые стороны каждого из этих подходов и дальше находит общий язык. За исключением ситуаций, которые могут быть связаны просто с гибелью мгновенной пациента, как говорится, когда пациент отказывается от какого-то оперативного лечения, когда пациент с какой-то психиатрической ситуацией, и там нужно принимать
совместное решение, так сказать, спасающего его жизнь. Все остальное – это партнерские отношения. Если пациент сказал, что он абсолютно не согласен с подходом, у него есть какой-то свой взгляд на его болезнь и прочее, мы обязаны в нашей с вами, так сказать, нынешней медицине, партнерской медицине, это обязательно учесть. И если пациент сказал, что он не доверяет традиционной европейской медицине, мы должны найти компромисс в принятии этого решения. Либо убедить его в том, что нужно вот таким образом использовать. И это все приводит к тому, что роль комплементарной медицины в целом – это огромное направление. И я вовсе не хочу сказать, что я блестяще разбираюсь во всех аспектах комплементарной медицины. Нет, это не так, она огромна, она практически бесконечна. Плюс еще есть исторические особенности, безусловно, у азиатских стран и не только, так сказать, у них. Поэтому здесь нужно очень четко понимать, что если эта медицина выжила на протяжении тысячелетий, то в ней есть здравое зерно. И если она появилась не тысячелетия, а, условно говоря, десятилетия, и есть определенный уровень доказанности ее эффективной, значит, безусловно, в ней что-то есть, и мы должны и можем, но главное, правильно этим пользоваться. Поэтому на сегодняшний день любой хороший большой медицинский центр, ну, за исключением тех, которые занимаются исключительно тяжелыми органическими заболеваниями, в целом, там, хирургически, онкологические, все остальные, они всегда мультидисциплинарные. То есть бок о бок работают специалисты разных специальностей. И каждый из нас с вами является большим специалистом в каком-то направлении. Традиционной европейской, традиционной западной, биорегуляционной, или какие-то психотерапии и так далее, и так далее. Но важно понимать, что только комплексный подход к лечению пациента даст нам тот эффект, которого мы ждем. Потому что перед нами всегда стояла и стоит задача, мы выбрали с вами такую профессию, помочь пациенту. Первое – продлить его жизнь, второе – улучшить качество жизни. Первое, конечно, спасти его жизнь. Это понятно совершенно, даже если сам пациент не понимает, насколько серьезна его ситуация. Но при этом качество жизни – это, безусловно, то, ну, ради чего вообще стоит, как говорится, жить. Поэтому вот все эти моменты нужно иметь в виду, и я, собственно говоря, на них и опираюсь для того, чтобы нам с вами некоторые моменты, в которых я разбираюсь, соответственно, обсудить. А вот официальный форум, так называемый римский, который занимается RAM Foundation, основанный международный по лечению заболеваний гастроэнтероэнтеритис или функциональных заболеваний. Каждый из вас может выйти туда, все это сейчас, посмотрите, пожалуйста, сколько разных языков, включая азербайджанский, есть. Поэтому сейчас не нужно даже в специальный загонять переводчик. Там отжимаешь соответствующую кнопочку и на понятном тебе языке, допустим, там для меня русском, для вас азербайджанском, там, на китайском, на любом другом, ты читаешь, так сказать, ту информацию, которая там есть. Она касается как раз заболеваний gut-brain axis или то, что мы называем функциональными заболеваниями. Больше всего перечень функциональных заболеваний именно в гастроэнтерологии. Ни в одной другой области внутренних болезней нет столько функциональных расстройств. Да, есть уролога, синдром раздраженного мочевого пузыря, фактически единственный из всех урологических заболеваний. А у нас, посмотрите, сколько их. Вот это мелким убористым почерком я привожу современную классификацию этих функциональных расстройств или расстройств gut-brain axis. Предложены они были в 2016 году. В последние два года вопрос, то есть это большая группа мировых ученых, которые обсуждают эти вопросы, связанные с заболеваниями gut-brain axis. Они улучшают
критерии диагноза меняют, добавляют туда некоторые позиции, пересматривают. Но на сегодняшний день она абсолютно дееспособна, и весь мир этим пользуется. Потому что первое, что мы должны сделать для системного подхода к пациенту, это то, что его беспокоит, как-то систематизировать. И как, к чему-то отнести. То, что мы называем в традиционной медицине сформулировать диагноз. Поэтому я являюсь принципиальным сторонником того, что мы должны сформулировать диагноз на международно понятном языке, чтобы понимали все, о чем идет речь. И дело даже не в том, что пациент может поехать там куда-то за границу с нашими выписками, сейчас это все, так сказать, достаточно доступно, и у вас, ну, пожалуйста, несколько, пару часов, и вы уже, так сказать, в Турции, ваш пациент, еще несколько часов в Европе, где угодно. Это дисциплинирует наш с вами ум и наше с вами, так сказать, понимание ситуации. Понятно, что ни одна классификация не охватывает всех сложностей, нюансов, которые могут быть. Но мы все равно систематизируем и приводим в порядок наши впечатления о пациенте. Вот посмотрите, пожалуйста, как построена классификация функциональных заболеваний гастроэнтерологических. У взрослых она построена с позиции расстройств со стороны органа. Функциональное расстройство пищевода. Вот и сколько. Обратите внимание, знаменитый ком в горле, который очень часто беспокоит и наших пациентов, а иногда, честно говоря, и нас с вами. На сегодняшний день он отнесен к разряду расстройств со стороны пищевода, и мы должны понимать, что в основе этого часто встречающегося симптома лежит не остеохондроз, не корешковые симптомы, нарушение регуляции. Пищевод, спинной мозг, центральная нервная система. И соответственные подходы должны быть соответствующие. Дальше это гастродуоденальное расстройство. Функциональная диспепсия, отрыжка, аэрофагия, функциональная тошнота, аэрвота, руминационный синдром. То есть это тоже расстройство, связанное с нарушением регуляции. Это очень важно понимать. Следующее – это кишечное расстройство, о чем, собственно, мы будем с вами говорить. Конечно, синдром раздраженного кишечника – самый часто встречающийся из функциональных расстройств во всем мире. О нем стали говорить практически 50 лет назад, появились первые классификации с ним связанные, подходы к лечению. И как это выглядит сейчас в мире, я, собственно, как бы продемонстрирую вам та информация, которая по этому поводу есть. Дальше это функциональные запоры, функциональная диарея, функциональное кишечное вздутие, ну и добавили еще с учетом безусловного, к сожалению, роста зависимости от психотропных препаратов и наркотических препаратов, запоры, индуцированные опиоидами. Это везде в мире тенденция четкая, и закрыть на это глаза, так сказать, не приходится. Есть функциональная абдоминальная боль, крайне сложный диагноз, билиарные расстройства, анальгинальные расстройства. То есть в зависимости от этажа поражения желудочно-кишечного тракта возникает совокупность симптомов, и ориентируемся мы именно на эти симптомы. И с этими симптомами мы и боремся. И если мы с ними поборолись, пациент пришел и сказал, у меня не болит, у меня не жжет, у меня нормализовался стул, значит, мы хорошо поработали. Функциональное расстройство у детей и подростков по-другому выглядит. Но то же самое немножко, посмотрите, функциональные расстройства в виде тошноты и рвоты, функциональные болевые и функциональные расстройства дефекации. Вот здесь мы должны очень хорошо понимать, это частая ошибка, которую совершают, так сказать, гастроэнтерологи, ну, назовем их взрослые, которые работают со взрослой аудиторией, они проецируют стандарты для критерий диагноза для взрослых на детей. У детей они все выглядят по-другому. Я небольшой специалист в области детской гастроэнтерологии, но, безусловно, так сказать, основные входящие варианты, безусловно, я знаю, в курсе, и, так сказать, мы эти моменты пытаемся корректировать и вот эти моменты, так сказать, внести.
в донести до докторов. А вот то, о чем я говорила, в 23-м году подвели итог исследованиям, которые осуществлялся, ну, в очень многих странах, практически на большей части континентов, в Америке, Европе, Азии. 54 тысячи пациентов, 26 стран были туда включены. С какой целью? Посмотреть вот те критерии диагнозов, которые в 2016 году были предложены, они рабочие, не можно пользоваться или нужно снова собираться их пересматривать. Вот оказалось, что критерии Лима четвертого, вот то, о чем я, тот классификационный подход, который я предложила в отношении заболеваний gut-brain axis, функциональных заболеваний, они универсальные, имеют диагностические принципы, которые в разных возрастных группах схожи и которыми мы можем продолжать дальше работать. Это очень хорошо, никаких изменений здесь не произойдет. А дальше вот эта, ну, не самая большая картинка, которая вообще была как бы создана для того, чтобы мы понимали, что традиционная европейская медицина не все проблемы с функциональными заболеваниями может решить. И почему здесь так сильны различные другие направления, и есть место для их использования, и есть толк от их использования. Потому что вот эта ось нарисована. Вот эта центральная нервная система, стрелочка, по существу, это спинной мозг, и дальше весь желудочно-кишечный тракт. А дальше мы с вами смотрим, сколько факторов оказало влияние на то, что у человека возникли заболевания оси gut-brain, gut-brain axis заболевания или функциональные заболевания. Посмотрите, пожалуйста, на уровне центральной нервной системы. Это и хронический острый стресс, это и жизненные особенности, это и сопутствующая патология. При этом одновременно с этим, посмотрите, сколько много молекул и сколько много рецепторов принимает участие в обработке получаемой информации. И с каждой из них могут быть проблемы. И у каждого человека есть особенности в этой самой поломке. Посмотрите, пожалуйста, безусловно, генетические факторы в работе, в этой центральной обработке, они, конечно, и принимают участие. Мы все с вами рождаемся со своей нервной системой, со своими регуляторными особенностями. Каждую молекулу проследить возможности нет. Да, наверное, это и не... И целесообразно, потому что помимо одной может сломаться вторая, третья, четвертая, пятая. Вы посмотрите, пожалуйста, что в мире произошло с этой знаменитой системой глаз, когда мир положил невероятные деньги для того, чтобы расшифровать геном человека. И что мы получили с точки зрения практического здравоохранения? Практически ничего. Оказалось, мало знать, какой ген у человека. Надо еще знать все регуляторные механизмы, которые на сегодняшний день, ну, просто теоретически невозможны. Их огромное количество. Там столько систем дубляжа, столько систем защиты, что в гастроэнтерологии мы не получили реально вообще ни одного плюса. Мы с какими генами работали, с такими продолжаем работать. С какими мутациями работали, которые были давно известны, которые связаны с группами поломок. То же самое можно сказать здесь. А представьте, помимо генов, сколько других механизмов регулирует их работу. Их огромное множество. Дальше посмотрите, пожалуйста, мы смотрим то, что касается, так сказать, спинного мозга, передачи информации от периферии к центру, и там тоже очень много разных сложностей. А дальше желудочно-кишечный тракт. И вот этот желудочно-кишечный тракт – это просто невероятное... сложно работающая система. Это чувствительность висцеральная. Она модифицируется массой моментов и генетическими особенностями, и, конечно, регуляцией со стороны центральной нервной системы. То есть как слизистая и толще желудочно-кишечного тракта реагируют на изменение давления, на перистальтику. Порог этой чувствительности у всех разный. Более того, он в процессе жизни меняется. Моторика, к
крайне сложная ситуация, как только не пытались эту моторику оценить. И аналогия с электрокардиограммой была предложена и так далее. В итоге у нас, кроме вот появления манометрии высокого разрешения, которая далеко от совершенства, и не все отделы может оценить, больше ничего нет. Следующий момент, который колоссально сейчас важен, это эпителиальная проницаемость. Это просто бич последних 10 лет исследований, какое-то безумное количество, и традиционщиков, и, так сказать, азиатов. При патологии нарушается проницаемость барьера. Она так сложно нарушается, и она так по-разному себя ведет, но считается, что она лежит в основе возникновения очень большого количества заболеваний, в том числе и функциональных. Безусловно, иммунная система. Мы же понимаем, что иммунитет начинается с желудочно-кишечного тракта. Все эти пиеровые бляшки, лимфоидный аппарат и так далее. Почему сейчас выросло количество аутоиммунных заболеваний во всем мире? Одной из причин считается избыточная частота в общении с ребенком новорожденным. Не стимулируется иммунный аппарат внешними антигенами бактерий. И чем чище условия в этой стране, тем больше аутоиммунных заболеваний. С детства должна быть стимуляция антигенами. Поэтому избыточная, то есть когда раньше дети, простите меня, по 5 человек в одной комнате непрерывно обменивались. Может быть, они, эта установка иммунной системы шла через их болезни, да, но она формировалась по-другому, иммунная система. А сейчас, в силу того, что внешних антигенов недостаточно, начинают реагировать на внутренние. Выход не возвращаться, так сказать, в то, что было, что называется, в пещерную жизнь, а просто, так сказать, иметь чувство мира. Все хорошо в миру, и чистота тоже хороша в миру. Когда ее слишком много, иммунная система все равно ищет, на что напасть. И тогда она нападает не на... Ну, это я простым языком говорю, не на внешние факторы, а на внутренние. Ей все равно что-то нужно делать, она создана. Ну и, конечно, микробиоты кишечника. Сложнейшая на самом деле ситуация, которую крайне сложно оценить. Вообще даже понять норму это сложно. Потому что микробиота очень сильно зависит, помимо генетических особенностей, еще и от нашего образа жизни. Вот мы, условно говоря, 2 недели только овощи и фрукты едим, и она изменилась. Потом мы едим, допустим, мясную пищу, она тоже изменилась. Потом мы, допустим, ничего не едим и голодаем в силу каких-то обстоятельств. И она тоже поменялась. И какая из них нормальная, вопрос совершенно открыт. Но то, что она принимает участие в регуляции всех процессов, вопрос чрезвычайно важный. Поэтому такое количество пробиотических препаратов на рынке, но я призываю крайне аккуратно с ними работать. Почему? Потому что почему мы считаем, что они исключительно пользу принесут? Они могут принести наряду с пользой вообще, честно говоря, и противоположную ситуацию. Поэтому чувство меры должно быть у нас с вами обязательно. Ну и вот помимо, так сказать, очевидных моментов, посмотрите, метаболизм разных кислот со соответствующими рецепторами, значит, мелким убористым почерком перечислены те молекулы, которые принимают рецепторы, которые принимают участие как со стороны центральных механизмов, так и со стороны периферических. И со всеми с ними могут быть проблемы. Ну и кроме того, конечно, внешние факторы. Перенесенные инфекции, особенности нашего питания, прием антибактериальных и разных других препаратов, не нужно думать, что только антибиотиков. Все они оказывают влияние на вот этот самый процесс. Поэтому в целом, если мы очень упростим вот эту сложную совершенно схему и выделим те моменты, на которые мы можем повлиять, ведь мы на генетику не можем с вами повлиять, уж какие уродились, такие уродились. Мы не можем повлиять на ранний период формирования, он уже сложился. Но вот те ключевые моменты, на которые мы пытаемся влиять, конечно, это воздействие на центральную нервную систему, уровень стрессовости в отношении, так сказать, жизненных моментов, проницаемость слизистой оболочки, сейчас появилась масса препаратов разной медицины, и традиционной, и нет, для влияния на этот процесс. Это иммунная система, конечно же, это спазм,
безусловно, который вызывает, так сказать, всякие разные болезни. И, конечно, это висцеральная гиперчувствительность, это порог чувствительности, который мы разными способами пытаемся подкорректировать. Что надо каждому врачу любой специальности знать очень хорошо? Ведь наша задача с вами не пропустить органическую патологию. Потому что органическая патология – это продолжительность жизни. Функциональная патология – это та патология, которая не укорачивает жизнь пациента. Пациент живет долго, может, не очень счастливо, но погибает он не от нее. Почему мы боимся и насторожены в отношении органических заболеваний? Потому что это то, что укорачивает жизнь. И есть маркеры органических заболеваний. И если мы столкнулись, доктор любой специальности должен это четко понимать. Как только мы столкнулись с этими симптомами, человек должен быть традиционными методами обследован от головы до ног. Потому что это может быть органическая патология, которая приведет к сожалению, к укорочению жизни. То есть любая патология, вновь возникшая после 50 лет, требует обязательной верификации. Вероятность, что эта функциональная патология вдруг началась в 50 лет, крайне маловероятна. Это, конечно, наследственная анамнез. Если были раки в семье, в частности колоректальный рак, может быть воспалительное заболевание, могут быть полипозы и так далее. Если человек вдруг худеет при отсутствии изменения образа жизни, это мощнейший симптом тревоги. Любые симптомы в ночное время. Здесь тоже нужно понимать ситуацию. Человек нарушен сон, и ночью он чувствует себя плохо. Это одна ситуация. Если он просыпается от любых гастроинтестинальных симптомов, это и два функциональные заболевания. Для функциональных заболеваний характерны дневные симптомы. Ночью голова отключилась, и симптомы ушли. Конечно, признаки кровотечения. Стойкий болевой синдром, который будет в ночное время. Вот в какое время возникают симптомы, важнейший дифференциально-диагностический элементарный вопрос, который мы задаем нашим пациентам. Если пациент говорит, что болит или симптомы только дневное время, а стоит ему уснуть, как все уходит, это в копилку функциональных заболеваний. Если он говорит, что просыпается от диареи, от боли или каких-то других симптомов, ищите органическую природу. Если, естественно, вы что-то напальпировали в животе, если лихорадка, и если дисфагия, и если изменились лабораторные анализы. Вот независимо от того, как мы к чему с вами относимся, мы должны четко понимать, за каждым из перечисленных симптомов может стоять рак прежде всего. Или какое-то другое серьезное органическое заболевание. И здесь мы должны знать, выявить, диагностировать и, соответственно, эту патологию соответствующим образом лечить. Ну, а это вот знаменитая картинка Гроссмана, одного из ведущих специалистов в области функциональных, в том числе, заболеваний. Невероятно обаятельный человек, мигрирующий между, ну, работающий то в Австралии, то в Соединенных Штатах. И вот картинка, которую еще в 2009 году, так сказать, он сделал, я тут позволила себе кое-что добавить. Вот этот перечень обследований я еще приклеила сюда, а картинка, так сказать, его. Я надеюсь, что вы не такой, как те 20 докторов, которые не нашли у меня ничего серьезного. Это в отношении функциональных заболеваний. Яркая симптоматика при отсутствии выраженных органических дефектов, ни язв, ни полипов, ни воспаления, выраженного воспаления нет, несмотря на многочисленные обследования. И пациенты готовы каждые 3 месяца проходить колоноскопию, эндоскопию, КТ, МРТ и все остальное. Коллеги, потому что они не симулянты, потому что им плохо. Они не симулянты, а агроманты, у них такое низкое качество жизни. И вот этот приклеенных мною, вот, так сказать, анализов говорит о том, что чем толще карточка у пациента, тем больше шансов, что у него функциональное заболевание.
или какое-то эксклюзивное редкое заболевание, что, конечно, встречается один на сотню, скажем так. Остальные – это вот это сложная очень для общения группа пациентов, у которых что-то не так, и мы до сих пор мир единственную причину найти не можем, потому что патогенетических звеньев вы помните сколько. Ну и кроме того, грубо говоря и условно говоря, и это термины, которые в медицине, традиционной медицине используются, есть условно пациенты и есть условно не пациенты среди лиц с функциональными заболеваниями. Не пациенты, которые пришли, сказали, что у меня вот такая-то проблема, мы их там, в том или ином объеме обследований полечили, объяснили, что у них нарушена регуляция, может быть, что-то порекомендовали, а иногда даже ничего не порекомендовали, и они дальше живут со своими симптомами, к ним приспособившись. Сильно это на качество жизни не влияет. А есть так называемые пациенты, которые вот на этой как раз картинке изображены, которым все равно плохо. Еще раз говорю, что вот понимать, что им плохо и что они не придуриваются, извините, что я использую такой, знаете, студенческий термин, и что они не обманывают, это очень важно. То есть, понимаете, для того, чтобы им оказать помощь, мы должны с эмпатией к ним относиться. То есть мы должны им сочувствовать, мы должны им сопереживать в этом, а не думать о том, что им больше нечем заняться. Агравантов среди них, ну, я за всю жизнь практически не видела. Поэтому вот это понимание, к нам с вами ходят пациенты, и даже не столько тяжесть симптомов заставляет их ходить, сколько как раз высоченный уровень внутренней тревоги и дискомфорта, который у них вызывают эти симптомы. То есть сниженное качество жизни. Поэтому вот то, что мы сейчас с вами говорили, вот она, концептуальная основа патофизиологии, в частности, синдрома раздраженного кишечника. Вот посмотрите, стресс, депрессия, нарушенная микробиота, небольшое воспаление, нарушенная проницаемость, гиперчувствительность, дисфункция. То есть чего только нет в развитии, каких только механизмов. И плюс еще и, так сказать, процессы, связанные с центральными и спинальными регуляторными механизмами. То же самое, что мы говорили в целом о функциональных заболеваниях, абсолютно то же самое вот на этих картинках приведено в отношении синдрома раздраженного кишечника. А вот я показываю те рекомендации в мире, которые за последние 3-4 года появились в отношении синдрома раздраженного кишечника. Я их показываю для того, чтобы подчеркнуть, что очень много усилий разными странами, разными профессиональными сообществами прикладывается для того, чтобы этим пациентам помочь. Здесь и американские, и итальянские, и китайские, и японские рекомендации. То есть очень много рекомендаций. В целом они имеют общие совершенно тенденции. И во всех них комплементарная терапия занимает вообще, я хочу сказать, весомое место. В разном объеме, но занимает. И это подчеркивает, что только традиционными способами, к большому сожалению, мы с вами, так скажем, все проблемы решить не можем. А какие проблемы, почему их столько, и почему они постоянно обновляются? Вот посмотрите те цифры мировые в разных... на разных фактически материках распространенности данной патологии. Ну, это считали свои специалисты, но вы видите, практически это колеблется от 10 до, ну, до 20. 20 – это высоковатая цифра. В основном считается, что если говорить про СРК, то частота примерно 11% в популяции. То есть каждый десятый, условно говоря, страдает этой патологией. Ни на кого не показывая пальцем, условно говоря, нас здесь 20 человек, минимум 2 человека среди нас с вами имеют эти проблемы. Мы можем относиться к пациентам, условно, не пациентам. То есть мы лучше к этому адаптированы, хуже к этому адаптированы. Но, уважаемые коллеги, эта патология, в общем, прямо скажем, нередкая. Качество жизни, желание остаться дома, снижение либидо, снижение внимания, уменьшение дохода,
потому что нет желания, грубо говоря, так сказать, с оптимизмом в будущее смотреть, потеря свободы, потеря свободы перемещения, потеря свободы выстраивания отношений с людьми, профессионального продвижения. Это то, что касается, так сказать, вот, пациентов с этой патологией. Расходы здравоохранения. Но американцы все считают, в этом отношении, конечно, это удивительная совершенно нация. Вот сейчас, наверное, к ним можно только корейцев приплюсовать. У них последние, наверное, лет 6-8 появились совершенно фантастические популяционные исследования, касающиеся исключительно, конечно, Южной Кореи, благодаря системе страховой медицины. Они туда вносят все. Причем, видимо, с аккуратностью, скрупулезностью присущей, так сказать, этой нации. То есть у них такие динамические наблюдения по любому вопросу. Они поднимают базу страховой медицины за несколько лет и считают все, что угодно. И в отличие от американской популяции, где очень гетерогенный состав. Конечно, это более моногенная с точки зрения характера проживаемых людей, группы людей, то есть они все-таки касаются не просто азиатов, а азиатов именно этой, так скажем, территории. Вот. Но в целом это довольно любопытные вещи. Они показывают гигантские цифры расходов на этих пациентов. И частных расходов человек сам, и система здравоохранения, начиная от больничных листов, заканчивая обследованием. Ну и с точки зрения общества. С точки зрения общества мы тоже прекрасно понимаем. Теряются нормальные работники, работники работают без оптимизма и не на полную, так сказать, катушку, скажем так. Плюс, безусловно, целый ряд всяких разных стоимостей, льгот тратится не на пациентов с органическими заболеваниями, у которых продолжительность жизни бы хотелось максимально продлить, а, к сожалению, на пациентов, жизнь которых будет казаться очень долгой с учетом, к сожалению, тех проблем, которые они страдают. Поэтому интерес к функциональным заболеваниям, потребность что-то с ними сделать в обществе невероятно высока. Ну вот ежегодные расходы в Соединенных Штатах, посмотрите, пожалуйста, от 11 тысяч до 13 на каждого пациента в год. А в целом, если помножить на минимум 10% населения, это миллиарды. Это наши отечественные работы. Мы проводили исследования многоцентровое в стране, где мы смотрели, какие диагнозы выставлялись пациентам до того, как мы поставили диагноз МСРК. Вы видите весь спектр, начиная от гастрита, заканчивая холециститом. То есть, что только не ставят. Это говорит о чем? О том, что мы плохо диагностируем эту широко распространенную патологию. И это, конечно, наш с вами дефект, и образование, и повышение нашего с вами профессионального уровня, потому что это не тонкости гастроэнтерологии. Это любой интернист должен этот диагноз заподозрить, попытаться полечить. Получилось очень хорошо, не получилось, отправили гастроэнтеролога. Так везде в мире. Очень важно знать критерии. Критерии диагноза знать не на глазок, а на зубок. И вот мы проверяли несколько раз, у нас достаточно неплохая в городе уровень гастроэнтерологии, гастроэнтерологов, прямо вам скажу, во всяком случае, в школах очень приличные люди, которые известны в мире, скажем так. Вот. И при этом уровень постановки диагноза, когда мы начинаем проверять, к сожалению, желает лучшего. Вот каждый момент, который здесь приведен, должен быть учитан при сборе анамнеза. Каждый. И соответствующим образом отражен. То есть абдоминальная боль, рецидивирующая, это понятно. Ключевым симптомом является живот болит. Выраженность разная. Одни говорят более сильные, другие говорят ноет. Это все равно боль. Дальше. Частота. Очень важно, что это постоянный симптом. Хотя бы раз в неделю. В течение хотя бы 3 месяцев. И эта боль ассоциирована. Что это значит? Что в момент, в эпизод, не в мгновение, а вот в те дни, когда боль у человека
она улучшается после дефекации или в это время изменяется частота стула, или в это время изменяется форма стула. Хотя бы два момента должны быть. При всей простоте вот этих моментов, однако, так сказать, они постоянно забываются и как-то очень свободно интерпретируются. Понимаете, если к вам пришел пациент с абдоминальной болью несколько раз в неделю, ассоциирован с изменением стула, и это у него возникло только две недели как, может быть, конечно, это и дебют СРК, но мы не имеем права ставить этот диагноз. А может, там рак так начался, или воспалительное заболевание, или клостридиальная инфекция, которой полно после перенесенного ковида и широкого использования антибиотика. Поэтому вот этот момент очень важен, чтобы хотя бы 6 месяцев назад эти симптомы дебютировали. То есть важен хронический характер этих симптомов. Вот это очень важно. И еще раз подчеркиваю, это не диагноз утонченных гастроэнтерологов, которым для того, чтобы поставить, нужно в очереди стоять. Это то, что мы должны с вами заподозрить. А посмотрите, как выглядит синдром раздраженного кишечника. Да. И здесь я должна сказать, что смущает очень многих. Смущает студентов. Смущает, если мы просто привыкли к этому, если подумать. Хоть эта болезнь называется синдромом, это самостоятельная нозологическая форма. Это болезнь, в название которой входит слово синдром. Это очень важно понимать. Это не синдром непонятно какой, а это болезнь самостоятельная нозологическая форма, которая имеет свое НКБ. А вот посмотрите, как у детей и подростков. 4 дня в месяц, ассоциированная с нарушением дефекации частоты и формы стула, боль, если сопровождается изменением частоты и формы стула. Это может быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Не проходит после купирования запора. То есть нам кажется, что у ребенка заболел живот, потому что он давно не ходил в туалет, мы как будто бы эту проблему решили, кишка стала нормально опорожняться, а боль-то осталась. И поэтому вот это надо очень хорошо понимать, что если это речь идет просто о функциональном запоре у ребенка, мы лишь разрешили запор, и все более-менее нормализовалось. А здесь мы запор разрешили, а боль у него осталась. Существуют критерии постинфекционного СРК, потому что инфекция – это то, что может спровоцировать СРК. Мы через сколько делаем перерыв? У нас половина, у нас 15 минут. А еще осталось? Да. Нет, просто я думаю, как бы я не договорилась о регламенте. Нет, вот через 15 минут… Я делаю перерыв. Хорошо. Я вам… Хорошо, хорошо. Я просто... Да, хорошо. Спасибо большое. Думаю, может быть, вам просто мне неловко махнуть. Когда нужно, вы мне скажите, конечно, обязательно. Одним из вариантов возникновения синдрома раздраженного кишечника является перенесенная инфекция. Инфекция запустила процесс. Очень много можно говорить, почему она его запустила. Она изменила микробиоту, нарушила, вызвала воспалительный процесс, который не остался после купирования инфекции. Изменил проницаемость, изменил центральные механизмы регуляции. Но обратите, пожалуйста, внимание. Ну, по существу, те же критерии раз в неделю, последние 3 месяца, не позднее 5 месяцев, ну, там было 6-5 месяцев, с изменением частоты и формы стула после купирования острого инфекционного гастроэнтерита. То есть человек принес острую кишечную инфекцию, и у него остались болевые ощущения обязательно, ассоциированы с изменением характера стула. Как мы доказываем инфекционный гастроэнтерит? Далеко не всегда мы делаем посевы, достаточно знать, что была лихорадка, тошнота, диарея. И до инфекционного процесса у пациента никаких проблем с животом, ну простите за сленг, соответственно, не было. Очень интересные данные по распространенности постинфекционного СРК. И, пожалуйста, посмотрите, и частота разная, и очень разный спектр микроорганизмов. И бактероиды, и протозоиды, и вирусная инфекция. Любой по существу процесс.
Вот если мы, например, смотрим Турцию, то там в основном протозоидная инфекция является причиной развития СРК. А если мы смотрим с вами Германию, то в основном бактериальная, например, инфекция, так же, как, например, в Канаде или Соединенных Штатах. То есть я хочу сказать, что спектр очень разный. Бактериоиды – простейшие вирусы, но частота довольно приличная. Какова частота в целом? Вот постинфекционная СРК – это самостоятельная нозологическая форма, которая заставляет нам с вами после перенесенной инфекции думать и отчасти профилактировать. И здесь мы можем с вами думать и о препаратах, в том числе и не только традиционной, а как раз комплементарной медицине. Говоря о тех препаратах, которые выпускает компания Хель, я после перенесенной инфекции достаточно широко назначая и эхиноцею, и мукозу композитум, поскольку это те препараты, которые как раз влияют и на воспалительный процесс в кишке, и на иммунитет, не дожидаясь, пока разовьется СРК. У каждого одного из десяти после острого инфекционного гастроэнтерита прогноз лучше, то есть при правильном введении, а иногда и без нашего участия, со временем процесс затихает, в отличие от СРК. То же самое, нарушается и моторика, и гиперчувствительность, и иммунная система, и генетические факторы. И что очень интересно, что на животных эти модели с помощью специальных микроорганизмов тоже, собственно, создавались. То есть это действительно, так сказать, есть целый ряд микроорганизмов, которые этот процесс, соответственно, запускают. Причем, что является факторами риска? Вот он перенес, человек перенес пост обычную, казалось бы, ну кто ее не переносит, особенно в теплом климате, да даже и без теплого климата. Он перенес острый гастроэнтерит. У кого чаще развивается постинфекционная СРК? У женщин, молодых, с исходной тревогой, депрессией, неврозом и при тяжелом эпизоде. То есть лихорадки, выраженные тяжелые диареи и так далее. Шансов больше. Собственно говоря, это те, кому стоит профилактировать развитие СРК. Разумнее всего, используя либо пробиотические терапии, либо ту самую комплементарную терапию, в частности хилевскую, о которой мы сегодня, собственно, с вами говорим. Именно она влияет на регуляторные процессы весьма деликатно. Грубо, не внося какую-то грубую перестройку после процесса, после перенесенного острого процесса. Поэтому, если перед нами женщина с исходным таким невротическим, что мы в простонародье называем, пользуясь старой терминологией, невротическим состоянием, то есть тревожным, мнительным, депрессивным, с какими-то проблемами в жизни и так далее, у которой была лихорадка 38 с лишним, которая несколько дней назад, так сказать, несколько дней была с тяжелым диарейным синдромом, с явлением интоксикации, с обезвоживанием и так далее. То есть очень даже можно в зависимости от ситуации, но у меня излюбленные препараты, естественно, в зависимости от ситуации, которая возникла в этом отношении. Это вот я сказала, эхиноцея композитум и мукоза композитум, влияние на состояние слизистой и на иммунитет весьма деликатно. Ну, меньше 3 месяцев я обычно этим пациентам препараты не назначаю, но я должна сказать, что, конечно, я не проводила строгого анализа этой ситуации, но у меня сложилось впечатление, что, в общем, весьма, так скажем, неплохо ситуация корректируется. Пандемия COVID-19. Очень мы ждали, честно говоря, увеличения функциональной патологии, но ситуация не до конца ясна. Понятно совершенно, что много, я не знаю, честно говоря, не видела обзоров ваших по поводу, насколько тяжело у вас протекала ковидная инфекция. У нас в России тяжело, скрывать я не буду. И мы много очень лиц потеряли, приличная была, так скажем, летальность. Вот, и невротизация, конечно, населения была высочайшая и с точки зрения тревоги, и с точки зрения изменения вообще характера жизни со всеми этими локдаунами, не поехать, не выйти, не пообщаться и так далее, и так далее. И поэтому, в общем, ждут сейчас, что рост функциональных заболеваний будет, в частности, синдрома раздраженного кишечника, потому что мы знаем, что
основными входными воротами для ковида были рецепторы ангиотензин превращающего фермента, расположенные в кишке. Поэтому у многих сопровождалось, дебют сопровождался диарейным синдромом. Но рано еще говорить, насколько выросла заболеваемость, но со временем посмотрим. Два основных фактора. С одной стороны, кишка была задействована в процессе острее или, так сказать, менее острое, это вопрос такой. И плюс, конечно, ну, безусловно, иммунная вся система, и плюс, конечно, регуляторные механизмы, связанные с центральной нервной системой. Ну, это такой, прям скажем, навороченный, извините за сленг, слайд в отношении болевых ощущений. Но я все-таки о нем скажу, потому что, вот понимаете, вот эта самая ось, мозг, желудочно-кишечный тракт, посмотрю, может быть, у меня стрелка здесь покажется. Ага. Есть стрелка? Нету. Нет, экран не будет. Не будет никак. Я поняла. Нет, я думала, может быть, стрелка будет показывать. То есть мы понимаем с вами, это по существу, откуда берутся симптомы. Еще одна самая картинка, понимать, что она вообще на самом деле, механизмы изучены, они довольно непросты. То есть есть вот стенка кишки. И есть центральные механизмы восприятия. С той стороны кишка, с этой центр восприятия. И вот что-то в кишке. И вот здесь, понимаете, очень интересным является два момента. Вот этот процесс может запускаться либо с акцентом на центр восприятия, то есть на центральную нервную систему, после какого-то эксцесса, после травмы эмоциональной, после каких-то очень сильных переживаний, меняется ранжирование сигналов, восприятие сигналов со стороны головы. А есть другая ситуация, когда все начинается со стенки непосредственно кишки. Изменилась микробиота, изменилась чувствительность, изменилась моторика, изменилась настолько сильно и выраженно, что она начинает посылать избыточные сигналы в центральный механизм. Избыточные. И очень важно, чтобы был уровень готовности или хронизации, то есть это постоянно повторяющийся механизм. Не раз в жизни в ответ на стрессовую ситуацию возникшь, как, например, ну, то, что называется недрежьей болезнью. Стрессовая ситуация, кишка сильнее перистальтирует, возникает диарейный синдром. Ну, возникает, а после того, как эта стрессовая ситуация ушла, собственно говоря, человек живет нормальной жизнью. А постоянный уровень. И поэтому, условно, всех пациентов, которые к нам обращаются, мы для себя всегда подразделяем на те, у которых все началось с головы, и у тех, у кого все-таки началось с кишки. Ну, классическим примером является постинфекционная СРК. Перенесли инфекцию, и процесс хронизировался. Боль стала хронической, и центральные механизмы восприятия подключились. А есть те, которые перенесли жизненно сильное потрясение, и у них подключилась кишка. С этими сложнее, у которых все началось сверху, у них сложнее. Изменить их, так сказать, миропорядок, мировосприятие, все остальное, безусловно, сложно. И здесь, конечно, комплементарная терапия и психотерапевтическая помощь, но без них совершенно не справиться с этим. Спасибо. Сколько минут? Полчаса. Полчаса? Да. Много полчаса? Давайте 10, давайте 15, я согласна. Нет? Хорошо. Коллеги, если у вас есть вопросы или вам бы хотелось что-то, так сказать, еще от меня услышать, я с удовольствием. Потому что я у вас впервые, я не очень знаю ваши потребности. С теми уже, с кем я долго работаю, я понимаю, на чем нужно акцентировать внимание. Итак, значит, мы с вами продолжаем обсуждать синдром раздраженного кишечника как типичный представитель функциональных заболеваний. Вот, и, собственно говоря, вот то, что было предложено как раз вот этим Римским фаундейшеном, так сказать, мировыми специалистами в этой области, еще нет? Подождать? Можно начать? Нет, она хотела, чтобы какие-то проблемы у вас помочь.
Да, все работает, все прекрасно. Спасибо огромное. Вот, и, значит, очень важным моментом является, конечно, очень правильно поговорить с пациентом. Это просто ключевая ситуация. Вот, объективно исследовать то, что мы делаем всегда, оценить, так сказать, его состояние. И минимальное количество обследований. Минимальное количество обследований. То есть оптимальный... Вот все исследования делаем с вами по определенным показаниям. И, конечно, если вдруг появляется пациент с симптомами тревоги, о котором мы с вами говорили, тогда мы обследуем пациента, как я это говорю, от подмышек до лодыжек. То есть мы ищем, прямо целенаправленно ищем органическое заболевание, опухолевое заболевание. Если симптомов тревоги нет, и, соответственно, человек более молодого возраста, то мы с вами, так сказать, объем обследований делаем, ну, вот, по существу рутин. Что значит рутин? Вот посмотрите, пожалуйста, это последние рекомендации. Это последние, а последние рекомендации итальянские в 23-м году появились. Они интересны чем? Они интересны тем, что практически большая часть этих профессоров, которые делали гайдлайны, рекомендации итальянские, они входят вот в этот RIM Foundation, то есть они стоят у истоков традиционных, комплексных, глубоко аналитических взглядов в отношении функциональных заболеваний. И вот появились у пациента СРК симптомы. Наш следующий шаг – это клиническое обследование, и мы делаем рутинную, очень простую вещь, что мы делали, будем откровенны, при советской власти и практически перестали делать сейчас. Это ректальное обследование. Элементарное исследование, крайне простое, которое позволяет нам с вами исключить патологию прямой кишки. В чем проблема исследования толстой кишки и прямой? Проведение колоноскопического исследования, даже если мы его сделали, оставляет мертвую зону 3-4-сантиметровую, которая не осматривается колоноскопом. То есть дистальное отдело прямой кишки, если не провели ректоромоноскопию, не подвержено исследованию эндоскопическому. И мы, к сожалению, сталкивались в жизни с этой ситуацией. Провели колоноскопию, ничего страшного не нашли, а потом вылез рак прямой кишки, который пропустили, потому что он был в слепой зоне. Поэтому к рутинному исследованию в европейских странах ректальное исследование, пальцевое исследование, пальцевое ректальное исследование относится. Дальше наша задача четко себе проставить галочки, нет ли симптомов тревоги. Это очень важно. Если симптомов тревоги нет, то рутинное обследование, общий анализ крови. В регионах, где много целиакии, кровь на целиакию. Насколько я знаю, я специально посмотрела, вы не относитесь к этому, так сказать, региону. Мы смотрим кальпротектин сейчас всем, как маркер воспаления в кишке. И паразитов мы смотрим обязательно. Европейские страны по-разному к этому относятся. Кто-то считает, что нужно, кто-то считает, что не нужно. С-реактивный протеин, у меня там ошибочка, печатка, СРК написано, нужно СРП. Синдром С-реактивный протеин, как маркер воспаления. Грубый маркер воспаления, но довольно чувствительный. Мы смотрим его обязательно. Вот здесь я очень извиняюсь. СРП. Вот, СРП. Пропустила я. С-реактивный, ну или протеин, или белок, как угодно. Обратите, пожалуйста, на это внимание, там у меня печатка. Просмотрела я ее. Общий анализ крови, С-реактивный протеин. Целиакия, не могу вам советовать, я не знаю, сколько ее у вас. Кальпротектин мы смотрим широко и часто. Это хороший маркер воспаления. Паразиты смотрим обязательно. С паразитами все непросто с точки зрения диагностики. Во всем мире смотрели и продолжают смотреть не иммуноферментными методами, а, простите меня, под микроскопом. Он остается доминирующим методом диагностики кишечных паразитозов. Несмотря на колоссальные диагностические новые методы появляющиеся, кишечных паразитов смотрят в стекло, продолжают во всем мире. А специалистов этих становится все меньше и меньше.
И мы знаем конкретно, кто у нас хорошо смотрит и добросовестно смотрит в стекло. Никто не хочет смотреть в стекло. Все хотят получить циферку на приборе. Это рутина, это бытовые, элементарные, примитивные вещи. Я говорю, ну это жизнь. Вот буквально у нас за последние, наверное, месяц пациентов, которыми ломали голову, что у него оказались, простите меня, у одного аскаридоз, который давал непонятную клинику, и там вообще думали уже, о чем только не думали. Совершенно нормальные, цивилизованные люди, ну что только на свете не бывает. И я у одного оказался амебиаз. Только под микроскопом на сегодняшний день мы можем это увидеть. И дальше, соответственно, если тревога, еще раз подчеркиваю, с головы до ног целиком обследуем. Если нет, то по достаточно сокращенному варианту. Если эти методы исследования, общий анализ крови, цирреактивный протеин, гальпротексин, паразиты, что-то нашли, ну понятно совершенно, соответствующим образом лечим. Если, соответственно, нет, то диагноз СРК, синдром раздраженного кишечника, ставим, и дальше все очень просто. Определение, оценка стула для определения подтипа, для лечения, для рекомендации питания, для рекомендации традиционных препаратов. Конечно, очень важно смотреть, каким образом стул нарушен. С точки зрения традиционной медицины существует правило 25%. Если 25% времени, то есть четверть времени, стул не оформленный жидкий, то это СРК с диагнозом. И если он изменен, то есть, соответственно, первый, второй по Бристольской шкале, то это, соответственно, запор. И если то один, то второй, четверть один, четверть второй, то это называется смешанный. Если ни тот, ни другой не доминирует, то называется неопределенный. Ну, то есть это, в общем, так, очень механистически, но для того, чтобы мы просто понимали, что такое смешанный. Есть масса пациентов, у которых то одно расстройство, то другое. А есть те, которые изредка у них это бывает, я имею в виду нарушение характера и формы стула, которые называются, соответственно, неопределенно. А дальше очень любопытно. Вот я здесь проанализировала, прочитав все гайдлайны, появившиеся вот за последние 4 года, там четверо американских гайдлайнов, канадские, итальянские, японские, румынские. Вот, и посмотрела, на что. Мне интересовал вопрос, какой объем обследования все они рекомендуют. Один или нет. То есть посмотрите, пожалуйста. Целиакия, ну вот японцы написали, в зависимости от распространенности этой патологии. Потому что все остальные американцы и европеоиды поставили знак плюс, потому что распространенная целиакия во всем мире выросла. Думаю, что у вас так же, как у вас, так сказать, хорошо поставлены вопросы диагностики, серологическое исследование на целиакии существует. Мы понимаем, что это иммунное заболевание, возникающее в тонкой кишке в ответ на белок глютен. Это надо очень хорошо понимать, иметь в виду, потому что, в общем, даже если у вас оно нечастое, но в круг дифференциальной диагностики иметь это нужно. И мы смотрим прежде всего антитела к эндомизию, трансглутаминазе. Это два антитела, которые мы, собственно, смотрим. Это простая тест-система. Прежде всего иммуноглобулины А мы смотрим. И если уровень иммуноглобулина А снижен, то в этом случае мы смотрим, иммуноглобулины G к дезаминированным пептидам глиодина. То есть тест-системы на целиакии разработаны, они есть, тест-системы есть, мы это имеем в виду, и завтра мы чуть позднее, там поподробнее об этом поговорим. Цирреактивный белок следующий. Кое-кто рекомендует, кое-кто не рекомендует. Но я рекомендую, это простой тест на воспаление, достаточно хорошо работающий. Гальпротектин, видите, кое-где плюсики есть, кое-где плюсиков нет. Ну вот, датчане рекомендуют у молодых людей с диареей, но в основном это простой неинвазивный способ, как маркер все-таки кишечного воспаления, мне кажется, стоит. Дальше колоноскопия. Обратите, пожалуйста, внимание. Всем подряд колоноскопия
При подозрении на СРК, при отсутствии симптомов тревоги, не рекомендуется. Не рекомендуется. Только тех, у кого есть симптомы тревоги. Те, у которых есть диарейный синдром, который не поддается коррекции. Вообще, обратите, пожалуйста, внимание, что больше органических заболеваний, более серьезных заболеваний встречается за диарейным синдромом. Как-то традиционно у населения больше страх, простите, к запорам. На самом деле, ну, если это не кишечная непроходимость, а это запор, за ним органики прячется значительно меньше, чем за стойким диарейным синдромом. Диарея с точки зрения органики опаснее. За диареей может быть рак колоректальный, за диареей может быть воспалительные заболевания кишки, болезнь Крона чаще, потому что там меньше крови. За диареей может быть целиакия, за диареей может быть лимфома. То есть за диарея с точки зрения настороженности, с которой мы не можем совладать, там больше проблем, чем у запора. Что касается HLA DQ2, DQ8, это антиген гистосовместимости, который ассоциирован с большей частотой целиакии. Но никто в рутинном обследовании делать ее не рекомендует. Обратите, пожалуйста, внимание, ни одни рекомендации не рекомендуют. Тест лактозы. Вот на самом деле, чтобы диагностировать лактазную недостаточность, то есть непереносимость лактозы, откровенно говоря, достаточно хорошо собрать анамнез. И если что, попросить заполнить пищевой дневник. Вот с халогенной диареей, я обращаю на это ваше внимание, значит, смысл халогенной диареи в нарушении всасывания желчных кислот в подвздошной кишке. Стал мир заниматься плотно халогенной диареей, но последние лет 10. Появились методы диагностики в России у нас недоступны за исключением содержания желчных кислот в кале. Обратите, пожалуйста, внимание, смысл халогенной диареи заключается в том, что подвздошная кишка перестает всасывать желчные кислоты, и концентрация желчных кислот в кале увеличивается, и усиливается моторика кишки. Желчные кислоты – стимулятор моторики. Радиоизотопный метод нам недоступен, в России нигде не делается, а вот определение желчных кислот возможно. Определение желчных кислот возможно. Это не академический интерес, потому что адсорбенты желчных кислот купируют диарею, холестерамин и тому подобные препараты. То есть это лечится ситуация. Одной из причин возникновения халогенной диареи, до сих пор непонятно почему, является холецистэктомия. Холецистэктомия почему-то, до сих пор непонятно почему, запускает процесс нарушения вторичного обмена желчных кислот. И диарейный синдром после холецистэктомии, который иногда связывают совершенно неправильно с панкреатитами и так далее, на самом деле в большинстве случаев связан либо с халогенной диареей, либо с СРК, которая развелась после оперативного лечения. Обратите на это внимание. Гипердиагностика панкреатитов на всем постсоветском пространстве очень высокая. Все-таки панкреатит – это очень ответственный диагноз, и он имеет абсолютно четкие маркеры, которые мы обнаруживаем при дополнительных методах диагностики. Не нужно всем подряд с диарейным синдромом после ЖКБ и холецистэктомии выставлять этот диагноз. Это неправильно. Анаректальные тесты, которые оценивают дистальный, заключительный этап дефекации. В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что сами эти тест-системы существуют. Они определяют, как работает анаректальная мышца, они определяют, как работает пропульсивную силу прямой кишки, и они определяют, как синхронно работают внутренние и наружные сфинкры прямой кишки. К большому сожалению, даже если мы обнаруживаем, что там что-то не так, проблемы с лечением большие.
пробуем пользоваться здесь вот всякими разными способами нетрадиционной медицины. Я имею в виду нетрадиционной европейской медицины, комплементарной. Помогает не очень, честно скажу. Дело все в том, что это причина этих нарушений в нарушенной моторике и согласованности действий. И здесь нужно восстанавливать обратную связь. Методы восстановления обратной связи в мире существуют. Это по существу комплементарная медицина. Они очень любопытные на самом деле. Значит, смысл заключается в следующем. Нужно заставить правильно, синхронно работать мышцы прямой кишки и тазового дна. Для этого существует по существу комплементарный метод, который заключается в том, что в прямую, очень интересное на самом деле устройство, это так называемый фидбэк, то есть обратная связь. Значит, устанавливается датчик в прямую кишку, и дальше выводится, сейчас это все компьютеризировано, и сделано, ну вот то, что я видела, в виде игры. При правильной работе, который человек сам у себя настраивает, он сидит на стульчике, у него введен специальный датчик в прямую кишку, и ему нужно так синхронизировать работу, чтобы обратная связь была в виде игры. Ну, вот то, что я видела, оно для подростков и детей. Там, например, рыбка должна войти в круг или попасть куда-то и прочее. То есть критерием правильности работы является какая-то визуальная картинка, правильно собранная. Дорогостоящий метод. Вот, ну, в России у нас мало где есть. Я видела их из-за границы. Мы были в испанской клинике, мы были в датской клинике ведущего. Но это ведущие специалисты, не только страны, а вообще Европы и мира. У них эта техника есть. Сказать, что это прямо вот там в каждой частной клинике или в каждой государственной клинике за рубежом, тоже нет. Но это единственная, по существу, комплементарная медицина, которая позволяет наладить работу. То есть это работа мышц, научить себя правильно работать в мышц тазового дна и прямой кишки. Это самостоятельный подход. К сожалению, пробовали использовать разные другие методы, и не только мы, соответственно, при нарушении аноректальной, так сказать, дефекации. К большому сожалению, эта проблема остается, она плохо решается, потому что она мышечная. Поэтому аноректальные тесты, ну даже если мы их делаем, например, не можем себе мы справиться с запорами, думаем, что там аноректальные, дальше, честно говоря, мы очень мало чего можем сделать, понимаете, в жизни. Мы даем те же самые препараты, точно так же пытаемся отрегулировать, но этого недостаточно. То, что касается на экзокринную недостаточность поджелудочной железы, то есть проявление панкреатита, вы посмотрите, практически никто не рекомендует это делать. Почему? Потому что панкреатит, это клиника. И это клиника не только жидкого стула. И это надо очень хорошо понимать, и обратите, пожалуйста, как бы на это внимание. Вот специалист спутать недостаточную работу поджелудочной железы с СРК, ну такие ошибки в моей жизни вообще отсутствуют. Я просто таких случаев не видела никогда. Все-таки, коллеги, панкреатит – это панкреатит. Во-первых, это болевой синдром, который практически при всех панкреатитах, и это органическая боль. Она с утра до вечера, она будет больных ото сна. То есть это не та боль, которая, когда голову отключили, все, слава богу, так сказать, нормально, как при СРК. И второй момент – диарея. А да, если там уже добавилась выраженная диарея, с которой мы не можем справиться, там добавилась эмаль-абсорбция. Эмаль-абсорбция – это дефицит витаминов, это кожа, ну это, понимаете, это видно, когда у человека развивается эмаль-абсорбция. Это видно и по анализам, это видно и по состоянию волос, кожи, ногтей. Ну, эмаль-абсорбция есть эмаль-абсорбция. То же самое, пожалуй, открытый вопрос был, есть и остается, это избыточный бактериальный рост тонкой кишки. Завтра мы немножко подробнее об этом поговорим, но это часто встречающаяся ситуация. Она грубый маркер нарушения микробного состава в кишке. И
элементарным образом диагностируется, поэтому, конечно, все гастроотделения должны быть этим прибором оснащены. Дается, ну, чаще всего лактулоза, и по выдыхаемом воздухе определяется количество газов и когда они появляются. И можно предположить, что слишком много бактерий в тонкой кишке, и это, конечно, требует самостоятельного лечения. Про симптомы тревоги мы проговорили, я бы хотела только добавить британские рекомендации. Вообще должна вам сказать, что британские рекомендации, ну, в гастроэнтерологически очень хороши. Они настолько хорошо составлены, они настолько продуманы, логичны и просты в использовании. Вот, честно говоря, все, кто анализирует и смотрит вот из нашего, так сказать, окружения, понятно, что этим занимается в основном профессура, едва ли практическому врачу будет время сравнивать 25 между собой гайдлайнов, даже если они очень хороши. Я прямо очень рекомендую вам, так сказать, если уж на какие-то ориентироваться по гастроэнтерологии, то британские. У них очень хорошо по целиакии написано рекомендации. У них сейчас очень хорошие рекомендации по неалкогольной жировой болезни печени. А они затрагивают вопросы и комплементарной медицины. То есть они очень комплексно подходят, и они очень доступны пониманию. Ну и в отношении паразитарных инфекций. Вот я выделила это в отдельное, даже уделила этому внимание, так сказать, дополнительное. Вообще никто не рекомендует. Потому что в подавляющем большинстве случаев те рекомендации, которые были доступны, они все-таки в тех странах, в которых паразиты не являются типичной патологией. Ни в Японии паразитов особенно нет, ни в Америке. У нас их полно в России, прямо вам скажу. Поэтому думаю, что у вас, вы тоже живете близко к земле, они тоже есть. Поэтому я считаю, что это простой элементарный метод диагностики, который должен быть использован. И поэтому, если мы берем рекомендации Всемирной гастроэнтерологической ассоциации, они просто, последние из них были лет 8 назад. Там, конечно, исключение паразитов, безусловно, имеет место быть. Дальше очень важный момент, который мы должны иметь в виду. Наряду с синдромом раздраженного кишечника могут быть функциональные расстройства другие со стороны и желудочно-кишечного тракта, и со стороны других систем органов. Потому что отсутствие нормальной работы оси, головной мозг, спинной мозг и желудочно-кишечный тракт обычно не заканчивается только вот этой осью, кишка, спинной мозг, голова. Она распространяется на весь желудочно-кишечный тракт и на другие системы. Какие другие системы здесь мы должны с вами иметь в виду? Мы с вами должны иметь в виду здесь, первое, гиперактивный мочевой пузырь, о чем я, собственно, уже говорила. Так называемую неудовлетворенность вдохом. Это по существу единственная функциональная патология пульмонологов нынешняя, которая раньше называлась, когда я учила, неврогенная астма. Сейчас она, конечно, так уже не называется. Предменструальный синдром, обратите на это внимание. Вообще у женщин клиника СРК может начинаться в преддверии менструации. И это типичная ситуация. И достаточно скорректировать 3-4 дня перед менструальным циклом. И все, так сказать, весь остальной цикл женщина чувствует себя совершенно нормально. Значит, следующий момент, на который бы я хотела обратить ваше внимание, это синдром хронической усталости. Это синдром, который тоже по существу этого же уровня, и который мы, конечно, лечим всеми возможными способами. У традиционной медицины вообще нет эффективных способов его лечения, поэтому здесь мы, конечно, прибегаем к тем методам, которые дает нам мир на сегодняшний день. Мигрень отчасти тоже имеет сюда отношение. И, как правило, тревога, депрессия, и вообще должна вам сказать, если говорить в историческом аспекте, то функциональные заболевания вообще пытались отнести и долгое время вообще решали, кто будет лечить, гастроэнтеролог или психиатр-психотерапевт. Это на стыке. Нередко это проявление соматизированной депрессии. Соматизированной депрессии. И поэтому, но мир примерно 20 лет назад пришел к выводу, что это должен заниматься гастроэнтеролог. И если вдруг мы видим с вами
и подозреваем, что у человека есть отчетливая депрессия, ей должен заниматься психиатр. Вот здесь я должна вам совершенно отчетливо и четко сказать. То есть вся наша биорегуляторная, вся комплементарная терапия – это хорошо, но депрессия – это риск суицида всегда, в той или иной степени. Оценить мы с вами не можем. Поэтому это должно идти через консультацию психиатра. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И они-то ошибаются. В России рост суицида, в том числе у детей, во всем мире, он совершенно отчетлив. Россия не является исключением. Я смотрела цифры по Новосибирску. Я не могу сказать, что это в разы, в десятки раз выросло, но тенденция четко растет. И поэтому с этим состоянием, с депрессивным состоянием, надо быть крайне аккуратным. Не нужно думать от того, что вы ему сказали, выше нос, все будет хорошо, он задерет выше нос и действительно поверит, что все будет хорошо. Поэтому я очень вас призываю крайне осторожно быть с депрессивными расстройствами, и лучше здесь перестраховаться, чем недостраховаться, потому что это крайне неприятная ситуация. Но, казалось бы, я всю жизнь интересовалась функциональными расстройствами, я всю жизнь бок о бок работала с психотерапевтами, и у меня в жизни было несколько ситуаций, к счастью, так сказать, нормально закончившимися. Тогда я просто так, на всякий случай, не понимая вообще, что происходит, отправляла людей за консультацию, психотерапевтами, а они срочно, психиатрам и психотерапевтам, а они срочно госпитализировали этих больных с тяжелой депрессией. Я ее не видела. Человек, который всю жизнь сидит, занимается, смотрит сложных больных и нацелен на это. Меня всегда эти вопросы интересовали. То есть это был улыбающийся человек, который никаких суицидальных мыслей не высказывали вообще. То есть я хочу сказать, что мы можем этого не знать. Там много нюансов и тонкостей. Голова, коллеги, это темное дело человека. Поэтому, если у нас есть малейшие подозрения, мы должны с вами работать со специалистами, не брать на себя лишнюю ответственность. Ну а дальше я еще раз показываю, так сказать, перед тем, как перейти к лечению, я еще раз показываю сложнейшие механизмы регуляции. Вы посмотрите, какое количество разных рецепторов у каждой из клеток, и это только периферия. Это клетки, которые продуцируют, так сказать, гормональные субстанции желудочно-кишечного тракта. Это эпителий, это гладкая мускулатура, это только периферические нейроны, а сколько их еще регуляторных механизмов в центре. И это тучные клетки. Зачем я это показываю? Еще раз. Я еще раз хочу сказать, что это очень многоуровневая и сложная система регуляции. И, в принципе, количество, и это очень хорошо, лекарственных препаратов, которыми мы можем лечить это состояние, оно велико. И это хорошо. Почему? Потому что нет универсального одного подхода к лечению больных с функциональной патологией. Мы должны четко понимать, функциональная патология на всю жизнь. Вылечить ее невозможно. Можно ее скомпенсировать. Но в какой-то момент она всегда может декомпенсироваться, потому что нарушены регуляторные процессы, это не острый процесс. Да, привести в состояние равновесия мы можем с вами. И не нужно обманывать пациентов, говоря, что мы вас вылечим. Вот этого делать не нужно. Это прямо грубый дефект, который накладывает очень высокий уровень недоверия к нам, пациентам. Мы можем говорить, что это сложный регуляторный процесс, но мы нарушен, который у человека нарушен, но мы можем существенно на него повлиять и подлечить. И то, что такое количество механизмов, через которые мы можем воздействовать, это хорошо на самом деле, это возможность выбора. Итак, подходы к терапии синдрома раздраженного кишечника. Что является ключевым и очень непростым? Доверительные отношения. Это сделать сложно. Вот недаром на той картинке Дроссмана, которую он привел, перечислено, упомянуто 9 докторов, к которым пациент обратился. То есть ни с одним из этих 9, а это, видимо, 10, не установились доверительные отношения. Это связано с особенностью болезни. То есть уровень тревоги, уровень отсутствия иногда быстрого эффекта от нашей с вами терапии.
Понимаете, это зубную боль. Зуб удалил, и она через сутки перестала беспокоить. А это так или иначе будет тянуться, беспокоить и так далее. Даже если мы замечательные препараты назначаем, даже если мы назначаем комбинацию, даже если пред этим 10 пациентам помогло, а 11-му не помогло вообще. Потому что посмотрите, сколько точек приложения, которые задействованы. И вычислить, какие именно комбинации нарушены у данного человека, мы с вами не можем. Нет такого инструмента. Поэтому здесь очень важны доверительные отношения и очень важно попытаться доступным языком для пациента сказать, что вот у него в силу того, что нарушено взаимодействие между центральной нервной системой, спинным мозгом и желудочно-кишечным трактом, эта клиника возникла. И вот здесь наше с вами искусство. Потому что перед нами или академик сидит, или очень простой человек, но мы эту суть как-то ему должны доступно донести. Почему все пациенты, страсть, как и, не дай бог, нас с вами касается любой вопрос, очень хотелось бы, так сказать, узнать. Ой, хорошо бы был паразит. Вот мы бы этого паразита вылечили, и проблема бы ушла. Вот хорошо, это я съел чего-нибудь не то. Вот я не буду больше это есть. И у меня это в жизни такое бывает. Раз на тысячу. У всех остальных, к большому сожалению, сложные механизмы развития. Поэтому и подходы, и традиционные, и комплементарные. Мы сейчас вот второй день пытаемся перечислить количество известных нам комплементарных методов диагностики, так мы пальцы двух рук не хватает для того, чтобы посчитать, какие в мире существуют. А еще надо для того, чтобы их рекомендовать, хоть немножко в них разбираться и понимать, в какой ситуации поможет. Поэтому объяснить, что нарушена чувствительность, моторика, немножко воспалено, микробиота и прочее, каждый из нас, исходя из того, ну как он сам это представляет, как он считает доступным рассказать об этом пациенту, это непростая задача. Вот реально непростая задача. Но мы должны. Потому что если у пациента какая-то картинка в голове выстроится, как это у него, ему немножко спокойнее станет. Потому что пока он не понимает, что происходит, он пытается что-то не есть, он пытается изменить свою жизнь, а эти симптомы как были, так и остаются. Они очень нудные, рецидивирующие, и реакция на стресс может быть, это не медвежья болезнь, потому что он сегодня нервничает, и у него сегодня учащенный стук. Реакция между временем стрессовой ситуации и проявлением может быть очень удалена. Ну и маркеры психологических проблем с попыткой, если вы четко видите, что они есть, попыткой определить пациента психотерапевту, что очень непросто. Вернее так, не всегда просто. Ты начинаешь говорить, что цивилизованный мир, так сказать, там европеоидный и так далее, и прочее, прочее. Но я просто знаю даже города у нас в России, в которые, ну, в частности, коллеги мои, психотерапевты, пытались поехать и начать работать, они не смогли найти постоянную загрузку себе. Ну, например, Краснодарский край. Там очень много, так сказать, жителей, ну, там, Грузии, Абхазии, там, и так далее, которые совершенно в силу своего внутреннего менталитета не готовы. Вообще не готовы про свою душу, свои проблемы с каким-то чужим человеком разговаривать. Она была вынуждена уехать, я хотела с мамой жить, реальная жизнь от моей знакомой. Я говорю, ты там не найдешь, даже учитывая большое количество моих очень хороших, так сказать, коллег, с которыми у меня добрые отношения, ты поток пациентов не сможешь выстроить. Так оно и оказалось. Она уехала в Калининград, совершенно другой спектр лиц, и она загружена работой по самое не хочу. Вот вам, пожалуйста, менталитет, исторические, социальные и прочие традиции. Поэтому то, что касается вот этих маркеров психологических проблем и попыток помочь пациенту решить, это очень непросто. У нас традиционно в Новосибирске с этим дела обстоят, ну, честно скажу, хорошо. У нас очень хорошая школа психотерапевтическая. Она выросла не от, так сказать, как я это говорю, кухарок и домашних хозяек, она выросла из психиатров. И очень разные подходы есть. И есть доктора, вот, с которыми мы 20 лет работаем в паре. И я этих пациентов отправляю, и она их проверяет, тестирует, определяет, нет ли дебюта психиатрического заболевания.
и, так сказать, рекомендуют те методики. Методик очень много разных всяких. Есть, конечно, более узкие ситуации, которые овладели одной методикой и пытаются ее всем навязать. Это неподходящий вариант для этой группы пациентов. Вот, и дальше мы им объясняем, почему у них болит. Потому что у них гиперчувствительность, нарушенная моторика, потому что у них не тот порог восприятия центральной нервной системы. Еще раз мы доносим, ну как можем мы и как этот человек воспринимает. Понятно, еще раз говорю, что мужчина с женщиной по-разному воспринимает. Уровень образования, национальная принадлежность, конечно, это все играет определенную роль. Из тех универсальных подходов, которые на сегодняшний день есть, физическая активность – это важнейший метод подхода к лечению практически любой патологии. Если мы посмотрим с вами протоколы лечения, например, депрессивных состояний, они начинаются с физической активности. Ну, если человек в состоянии двигаться. На сегодняшний день физическая активность, разумная физическая активность, это не только сердечно-сосудистые заболевания и вес. Мы прекрасно понимаем, что мы все довольно быстро перешли из области физической активности, когда мы садили, копали, ходили, в зону, когда до соседнего магазина перемещаемся до машины. И это не... Организм не мог так быстро к этому адаптироваться, к изменению физической нагрузки. Просто не мог. Ментально, может быть, мы отчасти адаптировались, а так нет. Поэтому все, что касается физической активности, относится к пониманию общей культуры здоровья человека. И это должно быть адаптировано к его особенностям, безусловно. Кому-то больше нравится плавать, кому-то больше нравится мяч бросать, кому-то больше нравится, ну, понятно все. Поэтому здесь мы должны быть очень, так сказать, внимательны в этом смысле. Что касается всего остального. Вот посмотрите, пожалуйста, питание. Ужасно непростой вопрос. Я специально добавила слово такое студенческое «ужасно», потому что он действительно очень непростой. Больше всего во всех этих гайдлайнах, я ссылаюсь на те гайдлайны, которые сейчас существуют. Мудрее и хитрее всего поступили японцы. Они вообще написали индивидуальный подход. То есть кто что хочет, кто как хочет, к какому нутрициологу попал, к какому гастроэнтерологу попал, так ситуация адаптируется. На самом деле ситуация с точки зрения рекомендаций я дальше вам, так скажем, покажу. Но на что бы я хотела обратить особое внимание? Вот безглютеновая диета, посмотрите, везде стоят минусы. Мода на нее пришла лет 12 назад, вдруг все стали рекомендовать лечение без глютена, убрать глютен. То есть если нет целиакии и не доказана непереносимость глютена, это абсолютно неправильный подход. Толку, если это СРК, нет ни у кого, вы видите, единодушие. Поэтому с глютеном давайте не будем экспериментировать, смысла об этом нет, вот сущую правду говорю. Следующий момент в отношении безлактозной диеты. В том случае, если есть непереносимость лактозы, да, у нас есть препараты, заменяющие лактазу перорально. Кто-то получше на них реагирует, кто-то нет. Но всем подряд назначать диету без молока неправильно вообще. Если переносит и любит, Бога ради. По фудмэп-диете я проговорю обязательно, но здесь что я хотела бы обратить внимание? Я бы хотела обратить внимание на то, что вообще любые элиминационные диеты или фудмэп-диеты, в том случае, если пациент к этому готов. Ведь, вы понимаете, в подавляющем большинстве случаев это же образ жизни. Это же семья вся так питается. Вы представляете вот себя, поставьте, у вас семья большая. И вам нужно для себя лично, или для вашего ребенка, или для вашего супруга, или для мамы, создать совершенно другое питание. Вы вообще представляете уровень, так сказать, забот дополнительных, которые обрушиваются? Это же не таблетку купить и выпить. Поэтому все, что касается вот, пищевых ограничений, элиминации и прочее, эта задача крайне непростая. И здесь мы должны реально понимать, что есть возможность реализовать эту идею.
И человек к этому склонен. Если он пришел, простите меня, и вы сказали, вот так-то, 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 это нельзя, это нельзя, это, скорее всего, он выслушает, вернется и будет делать все, как он делал до этого. Поэтому здесь должна быть абсолютно индивидуальная работа, и человек должен быть к этому склонен. От чего я хочу, так сказать, предостеречь, и что для нас сейчас является прям проблемой. А пациенты вдруг сами себе устанавливают невероятно ограничительную диету. Все он исключает, и вот он к тебе приходит и говорит, я ем только овсяную кашу на воде. Ну, или какую-то еще другую крайность. И там супчики, это я не ем, это я не ем, от этого мне хуже, от этого мне, так сказать, еще чего-то. Скорее всего, это все от головы. И возникает явление мальнутриции. То есть человек недополучает минералы, витамины, аминокислоты и все остальные компоненты. Это энергетический дефицит, минеральные, витамины. Коллеги, вот нужно очень хорошо понимать, как пациент питается. И устраивать явление мальнутриции, это огромный ущерб. Причем это ущерб в любом возрасте, и в молодом, и в пожилом, и в детородном, и позднее. То есть мы же не просто так человек получает, так сказать, витамины и все остальное. Недавно у нас была пациентка, вернее, у моей коллеги-приятельницы была пациентка, которую прооперировали по поводу ожирения. Но она с очень большими личностными особенностями. Масса тела у нее колебалась от 140 до 60 килограмм. Она то ничего не ела, то снова ела, то снова не ела, то снова ела. То есть это грубые пищевые расстройства. Пищевые расстройства – это вообще диагноз может быть психиатрический, поэтому к этому надо относиться. И в конечном итоге она уговорила, в очередной раз похудев там до 140 кг, то есть имея индекс массы тела под 40, она не очень высокая, где-то в пределах 163, она, соответственно, этому ей сделали рукавную гастроктомию. И дальше у нее пропал аппетит. И дальше она пришла, потому что у нее вываливаются волосы просто, у нее сухая кожа, и на вид она выглядит примерно плюс 10 лет, это ее, так сказать, естественного возраста. Тонус мышц никакой, реально абсолютно. Значит, ногти, которые у нее всегда были нормальные, они стали ломаться. Кислый приступ во рту – это явное железодефицитное состояние с атрофией сосочков и дефицитом, видимо, В12. Ну, то есть просто смотришь, как на картинке совершенно нарисованный человек вот, после тяжелого мальнутритивного состояния. Но, коллеги, там голова совсем перестанет работать при таком отсутствии. Смотрим, железо сниженное, В12 сниженное, фолиевая кислота снижена. Ну, коллеги, это просто катастрофа. Я к чему это говорю? Таких больных не так мало на самом деле. И если вы видите абсолютно необоснованное, а в подавляющем большинстве случаев оно действительно необоснованное, вот элиминационные диеты, где все, что только можно, исключено, это очень вредно, это очень плохо, это ограничивает продолжительность жизни. Это ведет за собой, еще раз говорю, явление мальнутриции с тяжелыми, так сказать, дефицитами. Заканчивается обычной ситуацией инфекции, которая, соответственно, в общем, приводит к плохому исходу. Поэтому здесь нужно быть крайне аккуратным с элиминационными и со всеми диетами вообще. Фекотрансплантация. Еще один метод, достаточно современный. По своей сути он, ну, это не классическая медицина, прямо скажем. Вот, ну, я хочу вам сказать, что японцы упоминают, но просто упоминают, американцы говорят, нет, ни в коем случае. Единственным официальным показанием для фекотрансплантации в мире является рецидивирующая кластридиальная инфекция. Все. Чего только не пытались эту фекотрансплантацию куда затолкнуть. И метаболический синдром, и ожирение лечить, и, ну, очень много заболеваний желчного языка и прочее. Будьте очень осторожны с фекотрансплантацией. И вообще, если подумать, то есть мы берем биологический материал от одного человека, исследуем его на то, что мы можем исследовать. На бактерии какие мы исследуем? Те-то системы, которые есть. А сколько их еще других, на которых-то системы нет?
То же самое вирус, сколько нет возможностей, и пересаживаем другому человеку. При этом говоря, что желудочно-кишечный тракт и кишка – это ну, такой орган, который как бы, в общем, он очень мощный биологически активный орган, иммунологически активный орган. Но не нужно думать, что он проглотит все. Поэтому с фекотрансплантацией мое отношение, у нас действительно практически первый в мире у нас есть институт, который занимался фекотрансплантацией, страшно его любил. Вот, и пытался его везде. Сейчас им запретили, не аккредитовали этот метод, они проводят, так сказать, определенные исследования. Я считаю, что ну, при всей поддержке своих коллег и понимании, что это интересный метод, но с моей точки зрения мы должны к нему крайне осторожно относиться. То есть поэтому в целом рекомендации по питанию, если человек не склонен, и мы не склонны вдаваться в нутрициологические, диетологические нюансы, то есть регулярность питания, жидкость в достаточном количестве, самые разнообразные продукты, включая кофе. Кофе абсолютно не противопоказан, в разумных пределах 2-3 чашки кофе и так далее. Все остальное, в мире проблема с всякими напитками, там, начиная от пепсиколы и заканчивая всем остальным, где очень много разных углеводов сложных, сладких, которые вызывают существенные изменения микробиоты. Поэтому вот здесь лучше ограничить ну, какими-то более доступными и простыми способами. Ну и вообще сейчас одна из причин роста ожирения детского и подросткового связывают со сладкими напитками, с большим содержанием фруктозы и других, ну, и других растворимых углеводов. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным с этим. Если мы смотрим с вами вот рекомендации американские, американские рекомендации прямо отдельно по питанию больных синдромом раздраженного кишечника, это американская гастроэнтерологическая ассоциация, там прямо написано, врачам не хватает времени иногда и опыта в консультировании пациентов вопросов изменения диеты. Рекомендуется обратиться к диетологу. Вообще мультидисциплинарный подход к этим пациентам включает нутрициолога обязательно. Какие акценты делают они, что мне кажется очень разумно? Онлайн-поддержка через веб-сайт. Вот у нас сейчас начинает активно развиваться общество, я с ними активно очень работаю, по пациентские организации, ну, по некоторым нозологиям отдельные и в целом поддерживающие и прямо разрабатывающие разные правильные подходы. Потому что есть масса всяких ЗОЖи, всяких индивидуальных таких взглядов, которые еще неизвестно на чем основаны. Вот. Поэтому в целом развитие онлайн-поддержки пациентов через всякий интернет, вот эти моменты, мне кажется очень перспективным и очень разумным. А у них есть вот отдельные прямо приложения. Вот по FoodMap диете, в частности, я смотрела, как они сделаны, достаточно интересно. И это с точки зрения организационных моментов, так сказать, вот для, в частности, для частных клиник, мне кажется, может быть интересно. Рекомендации даются пациентам, которые связывают гастроинтестинальные симптомы с пищей и имеют желание к взаимодействию. То, о чем, собственно, я говорила. Мальнутриция вследствие пищевых расстройств, прямо с восклицательным знаком. Питание должно быть сбалансированное, комплексное, и здесь не нужно, так сказать, в крайности бросаться. Если мы вводим какие-то диетические ограничения ненадолго, с обязательным объективным анализом ситуации. Считается, что объективным анализом ситуации, вот с нами 2 дня занимался нутрициолог, когда мы были в частной клинике под Барселоной, очень интересная вещь она рассказывала, она делилась конкретно своим опытом, как у них это, так сказать, осуществляется и делается. Потому что до этого я смотрела, а здесь прямо конкретно, на конкретном примере. То есть ведется пищевой дневник, и пациент фиксирует все, что он принимает объективно, с анализом своих гастроинтестинальных симптомов. Что не дискутируется и считается целесообразным, это введение именно растворимых волокон. Это псилиум прежде всего. Именно растворимые волокна. Все, что касается нерастворимых, очень индивидуально. Потому что у одних может быть нормально, а у других может усугубление всех симптомов быть.
все диеты, в частности фудмэп-диета, это вводим на 4-6 недель, потом постепенно отказываемся от ограничений. Что значит постепенно? Ввели один продукт, на какое-то время посмотрели, как изменились симптомы, второй, и не по воспоминанию пациента, а только по пищевому дневнику. Глютен-фри не рекомендовано, биомаркеров очень много. Но вот эти все биомаркеров я имею в виду с попыткой сказать, что вам хорошо, что вам плохо. Все очень по-разному к этому относятся, но уровень доказанности очень невысокий. Все они в основном основаны на наличии антител к тем или иным компонентам продуктовым. Иммуноглобулины G, иммуноглобулины А. Это такая сложная иммунная система, что только по их наличию или отсутствию говорить, переносятся эти продукты или нет, честно говоря, не приходится. Хотя у меня есть ряд пациентов, которые очень высоко оценили эффективность вот этих подходов пищевых, с ранжированием, с оценкой вот этих иммуноглобулинов. Часть из них неплохо скорректировали массу тела, но думаю, что здесь в основном даже не подбор этих продуктов, а просто система, которая им была дана, и в итоге она, соответственно, сыграла. Следующий очень любопытный момент – это пищевая аллергия. Очень сложный вопрос пищевой аллергии, прямо очень сложный. Иногда пациенты, съедая какой-то продукт, считают, что им стало хуже от того, что это пищевая аллергия. Но это не совсем так, потому что явление после приема определенных продуктов может быть связано не с аллергией, а с изменением физиологических процессов пищеварения. И к аллергии, то есть выработке антител или выработке или запуске клеточной реакции, это может быть совершенно не связано. Вот из общих продуктов, почему, например, жирную пищу часто рассматривают как триггер гастроинтестинальных симптомов? Ну, потому что она увеличивает нагрузку в целом на желудочно-кишечный тракт, увеличивается выработка холецистокинина и секретина, стимулируется работа поджелудочной железы и желчного пузыря, который может сопровождаться изменением содержания газа в процессе кишки. А при наличии изменения порога чувствительности, увеличение количества газов может спровоцировать неприятные ощущения. И никакого отношения к аллергии это не имеет. Ряд биологически активных компонентов, в частности гистамин, содержится в рыбе, в овощах, в вине, пиве. И это не собственно аллергическая реакция, а это те биологически активные компоненты, которые содержатся в отдельных продуктах. Следующий важный момент, конечно, это то, что модификация диеты, как мы уже с вами говорили, пациенты сами себе что-то наворачивают, и в конечном итоге сейчас уже мальнутриция страшна больше, чем то, что эти продукты являются триггерами тех или иных симптомов. Исследования, которые бы показывали ограничение лактозы при отсутствии лактазной необходимости, непереносимости, точнее лактазного дефицита, это врожденная ситуация или приобретенное вследствие какой-то тяжелой атрофии, нет. Поэтому ограничивать молоко, вот 20 лет назад была очень модная тема, ограничить всем молоко, желудочно-кишечным трактом, молоко вред. Никаких физиологических данных, если у человека... Он родился с нормальным количеством этого фермента в щеточной кайме энтероцитов, собственно говоря, нет. То же самое касается вот глютена. Значит, с глютеном это мы должны очень хорошо понимать. Но смотрите в мире. С 2009 года в 3 раза увеличилось количество лиц, которые ограничивают глютен в пищевых продуктах. То есть определенная мода здесь есть. За это время количество больных целиакии, то есть глютеновой энтеропатии, или повышенной чувствительности глютена не выросло. То есть это, собственно, человек сам решил, ему показалось и так далее, и так далее. Поэтому здесь, в общем, подход может быть только один. Если мы доказали наличие глютеновой энтеропатии или непереносимости глютена, тогда имеет смысл его ограничить. Что такое глютен? Это, я уверена, что вы помните. Рожь, пшеница, ячмень. Вы представляете, в какое количество продуктов входят компоненты
ну во все. То есть все полуфабрикаты, все колбасные изделия, там все это есть. Все консервы там это есть. Более того, в оболочке лекарств очень много глютена. Поэтому глютеновая диета – это вообще очень сложная диета. Вообще, я вам должна сказать, что я, вот проработав всю жизнь, так сказать, в медицине, иногда даже страшно, сколько лет ты в ней уже работаешь, такого эмоционального всплеска на постановку диагноза глютеновая энтеропатия и в объяснение, что ты больше никогда не должен есть хлеб, я не видела. То есть у нас было несколько пациентов за мою историю, так сказать, нередко это были довольно молодые лица, у которых была неясная клиника, обычно с диареевым синдромом, ну вот, и, мы-то были очень рады, потому что мы-то думали про всякие большие, как нам казалось, беды, всякие лимфомы, ВЗК и так далее. Потом оказывалась глютеновая энтеропатия, и моим молодым коллегам, честно говоря, так же, как и мне, мы лет 20 назад начали очень серьезно этой проблемой заниматься. Собственно, и в мире лет 25 начали ей тоже заниматься. Вот, и я просто даже помню этих ребят. Ко мне бегут наши доктора, говорят: Марина Федоровна, какая истерика, они так плачут, пожалуйста, сделайте что-нибудь, мы не знаем, что делать. Я говорю: что произошло? Мы их пригласили, радостно им сообщили, у вас нет никакой страшной болезни, у вас только глютеновая энтеропатия. Поэтому вам просто не надо есть хлеба, и дальше вас ждет счастливая жизнь, вас ничего не будет беспокоить. Они плакали так, что просто казалось бы, и это на самом деле. После этого мы уже собравшись, разработали, как мы будем это сообщать пациентам, потому что они говорят: вы что? Я не смогу пойти со своими друзьями в кафе, я не смогу с ними выпить пиво, я не смогу, я там болельщик чего-то, не могу с ними сидеть. Кто будет мне все это готовить? В конечном итоге мы были вынуждены организовать специальный, ну, он потом уже организовался, но мы их между собой знакомили. Они организовали свой чат, переписка, где делились рецептами, потому что, ну, у нас не очень развита индустрия в России без глютена, за рубежом прям целые магазины и отделы должны быть во всех супермаркетах, там перечеркнутый колосок. Вот. У нас, в общем, с этим не очень обстоят дела, и поэтому это казалось им просто, ну, прекращение всей жизни, мы потом и депрессии лечили. Хотя нам казалось, что вообще это лучший вариант, который может быть, даже таблеток пить не надо, понимаете? Поэтому все, что касается питания и образа жизни, это настолько индивидуальный, чувствительный факт жизни каждого из нас. Это надо прожить жизнь, чтобы понять, что ты уже в определенном возрасте можешь себя много чего ограничить, и, в общем, по большому счету страдать не будешь. А в некотором возрасте это просто очень важно. Я помню этого мальчика, 18 лет, который со слезами на глазах говорил: я не могу пойти со своими друзьями в кафе. Вы что мне говорите? Я говорю: ну это что, что самое главное в жизни, ради чего вы живете? Он говорит: да, вы этого просто не понимаете. И с тех пор мы стали с этим очень аккуратны, с питанием, с пересмотром, потому что вот я говорю, что нам казалось это вот круто, как супер, а им казалось это конец жизни. Самое интересное, что потом он нашел девушку, который, собственно говоря, с ней остался, тоже интересная история жизни, которая согласилась ему готовить. Она познакомилась с девушками, у которых была, мы ее познакомили, с глютеновыми энтеропатиями, которые что-то там себе готовили, ну, из всяких разных овощей и прочее, пекли лепешки, хлеб и все остальное. Она все это обучилась и не осталась. То есть она нашла, буквально с рук мысли слова, через желудок нашла подход к этому молодому человеку, да. Вот. Во всяком случае, вот эти моменты надо очень хорошо иметь в виду. Всем подряд ограничивать глютен однозначно не нужно. Ну и, наконец, вот этот Food Maps, который очень широко изучался 10-15 лет назад, не было конференции какой-то зарубежной, на которую ты не приезжал, и про которую бы нам не говорили, в смысле не читались доклады по Food Map. Очень непростая диета. В чем ее смысл? Food Map... диет, как она вообще расшифровывается? Это ограничение фруктозы, олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов. Это заглавные буквы вот тех слов, которые я сейчас произнесла, но только в латинской, в английской транскрипции.
Где находятся все эти компоненты и этот перечень? Он просто огромный. Посмотрите, пожалуйста, рис, пшеница, лук, чеснок, артишок, капуста, молоко, мед, яблоки, арбузы, сиропы с содержанием фруктозы, персики, грибы, капуста. Ну, то есть это ограничение практически всех овощей, всех фруктов, молочных продуктов и ряда круп. То есть с точки зрения сути она не физиологична вообще. Поэтому, если мы ее назначаем, этот пациент, который должен, еще раз, третий раз уже говорю, должен быть к этому тропен, должен быть к этому готов, должен вести пищевой дневник, который бы мы должны быть, и мы должны понимать, 4-6 недель, максимум полтора месяца. А потом вводим, ну, например, вводим рис, вводим лук, вводим капусту, и в течение 3-5-7 дней смотрим, изменилась симптоматика или нет. Чтобы триггер это все-таки обнаружить. Вот как раз по этой фудмэп-диете мы в Испании были, и мы в основном про фудмэп-диету выясняли, потому что ну, это такой набор, то есть там распечатанный набор продуктов, там пищевой дневник уже распечатанный, который пациент, собственно, заполняет. Поэтому вот эти олигодимоносахариды, полиолы, смысл заключается в том, что часть из них может тоже провоцировать избыточное газообразование, и за счет висцеральной гиперчувствительности вызывать все эти симптомы. Исследований по этому поводу масса, но снижение целого ряда микроэлементов, включая кальций, ограничивается, поэтому лицам с риском развития остеопороза все это очень чревато. Надо очень четко это контролировать. Не так, что дать эту диету пациентам, назначить и больше никогда не посмотреть. Он ее может, если он очень исполнительный, до конца дней соблюдать, и дальше мы имеем ту мальнутрицию, о которой я, собственно, уже говорила. Ну вот этот самый фудмэп, тонкая кишка, толстая кишка, повышается содержание, повышается количество газов, ускоряется транзит перистальтика, и отсюда симптомы. Собственно, механизм очень простой, на самом деле, который, вероятно, влияет на это. Теперь, если мы смотрим с вами FDA и смотрим с вами препараты, которые одобрены FDA для лечения СРК, обратите внимание, это мы смотрим с вами FDA. Мы с вами понимаем, что FDA не 100 лет существует. Мы понимаем с вами, что они крайне строги. Крайне строги. Должна быть совершенно серьезная система доказательств. Что такое FDA? Это американская система Food and Drug Administration. Food and Drug Administration, то есть это контроль за пищевыми продуктами и лекарствами. И поэтому все препараты, которые появились на рынке до ее существования, они могут быть эффективными, разрешенными, но они в нее не вошли. То есть только самые современные препараты сюда входят. Но весь мир традиционно к Food and Drug Administration относится крайне чувствительно, с большим очень вниманием, и поэтому на него ориентируется. Поэтому для как профессионала мы должны понимать, какие препараты соответствуют самым последним, самым современным критериям использования. Это абсолютно не значит, что мы не можем использовать другие. Вот это мы должны хорошо понимать. То есть это с позиции доказательной медицины при отсутствии побочных, так сказать, эффектов. Поскольку мы очень долго, мы 15 лет активно занимались международными клиническими исследованиями, у нас был очень активно работающий центр, и мы прямо много этим занимались, мы очень четко представляем, как сейчас все регистрируется для вывода любого препарата на рынок, как все анализируется и как это все вообще осуществляется. То есть система контроля, словесная, человеческая, всякая разная, она просто невероятна. Это тяжелый, я вам честное слово скажу, он хорошо оплачивается, не буду скрывать, но это тяжелый, 24-часовая работа. Ты можешь получить письмо ночью о том, что плохой анализ у твоего пациента, и ты должен отреагировать буквально в течение нескольких часов на то, что произошло. И это прямо очень ответственные вещи. Вот давайте смотреть, какие препараты на сегодняшний день самые современные, самые последние, соответствуют самым жестким критериям.
В отношении микробиома рифоксимин – это внутрипроследный антибактериальный препарат, итальянский препарат. Очень хороший, на самом деле, эффективный препарат, но мы тоже понимаем, он антибактериальный. Поэтому мы можем его какое-то время использовать в какой-то ситуации, но не до бесконечности и не постоянно, и все время. Только при диарее он доказан. И вот очень важная вот эта последняя колонка. Она о многом говорит. Что это такое? Налбонидтутрит. Это показатель, который говорит, сколько человек нужно пролечить, чтобы получить эффект. Вот согласно современной фармакологии, каждый препарат применительно каждой ситуации оценивается налбонидтутритом. Количество пациентов, которые должны пролечиться, чтобы получить эффект. И вы видите, они не сногсшибательные. Они вообще неплохие, но не сногсшибательные. То есть мы должны получить, то есть, грубо говоря, у одного из 11 пациентов пролеченных мы получим хороший результат. У одного из 11. Следующее – это то, что влияет на гиперчувствительность. Гиперчувствительность – это агонисты опиоидных рецепторов. Но у нас на рынке есть только тримебутин. Вот. В мире есть эксодалин, ну, в общем, все хвалят очень этот препарат. Я его лично в руках держала, когда из-за границы пациенты его привозили, но тоже не панацея, прям скажем. Не знаю, зарегистрирован он у вас или нет. Это традиционная медицина. Дальше, это антагонисты серотонинергических рецепторов, фалоцитрон. Он у нас зарегистрирован, никогда его толком не было. Вот, тоже диарейный симптом. А дальше идут препараты современные, которые лечат запоры. У нас, в общем, не очень с ними обстоят дела хорошо. Это лубепростон, у нас зарегистрирован, но на рынок так и не вышел. Линаклотид. У них разные механизмы действия, обратите, пожалуйста, внимание. Активатор хлорных каналов. То есть он работает, ну, так я очень примитивно, как холерный вибрион. Ну, понятно, что это примитивная параллель, но чтобы было понятно. За счет этого он увеличивает секрецию в просвет кишки, тем самым увеличивает моторику. Линоклотид, агонист гуанилацеклазы, которая энергетически питает энтероциты и тоже увеличивает секрецию воды в просвет кишки. То есть это современные группы препаратов, которые сейчас в мире широко используются, они не дешевые. Потому что они вот очень жестко выводились на рынок с очень жесткими критериями. Но если они есть, иметь в виду, конечно, их нужно, вне всякого сомнения. Ну и, в общем, посмотрите, пожалуйста, здесь, так скажем, получше тут вот налбонидтутритма для СРК с запорами. Ну, мы понимаем с вами СРК с диареей, СРК-Д, СРК в русской интерпретации, СРК с запором, соответственно. И на это перевод с английского языка, то есть в англоязычной всей литературе, соответственно, констипация, irritable bowel syndrome, с констипацией, irritable bowel syndrome с диареей, неопределенный N, смешанный, соответственно, микс. Вот. Это как коротко обозначается, чтобы вас не смущали эти обозначения, у пациентов с СРК. Теперь смотрим, что реально, кроме вот этих продвинутых препаратов, мы можем с вами пользоваться. Безусловно, осмолярные слабители. Это макроголи, они есть, они хороши тем, что они только в просвете кишки работают. У нас сейчас много появилось российских препаратов. Первый препарат, который на рынок пришел, это фортранс. Вот. Собственно говоря, и для подготовки кишки фарлакс был, и для постоянного использования. Чем они хороши? Они работают только в кишке. Они вообще совершенно не всасываются, они нейтральны в отношении кишки. Единственное, что они делают, садят на себя воду. И они увеличивали просвет кишки содержимого. Кишка раздувается и начинает сильнее перистальтировать. Вот они так работают. Надо очень хорошо понимать, что особенности приема всей этой группы препаратов – это прием вместе с пищей. Коллеги, с пищей. Перемешивается с пищей, плюс запиваем водой, адсорбируется вода, в просвете просвет увеличивается содержимое, кишка перистальтирует. У вас макроголи могут быть под разными совершенно наименованиями конкретными, но без побочных действий не быстро работающий. То есть ему нужно
перемешаться, вцепить воду. То есть это не препараты сиюминутные. Они разворачивают действие 3-5 суток. Самая грубая ошибка при выводе на российский постсоветское пространство этой группы препаратов, их по старинке давали 1-2 порошка ночью перед сном. Они не работают так вообще. Это все равно, что просто выбросить этот препарат в унитаз. Значит, он должен быть во время еды с водой. Тогда они работают максимально. Ну и дозировка титруется. Не нужно начинать с больших дозировок, вы начинаете с порошочка, не помогло увеличивать. Пациенту говорите, мгновенно не заработает. Переносится вполне себе прилично, большого урчания, бурчания не вызывает. Лактуоза, еще один препарат, который используется, чуть меньше он упоминается в различных рекомендациях, но в принципе при запорах он используется. Побочный эффект вздутия. На этом эффект рассчитан. Увеличивается количество газов, кишка раздувается и сильнее перистальтирует. Некоторые привыкают. При СРК тяжеловато с этим препаратом, потому что гиперчувствительность, увеличилось давление в просвете кишки, появилась боль. Поэтому с лактулозой у больных с СРК надо быть очень осторожным. Японцы, к моему дикому изумлению, рекомендуют коротким курсом даже стимулирующие слабительные больными с СРК. Они единственные. Вообще во всех предыдущих рекомендациях говорилось о том, что ни в коем случае, потому что, вообще стимулирующие слабительные, мы понимаем все недостатки, во-первых, привыкание, во-вторых, лаксативная болезнь, в-третьих, при гиперчувствительности боли усиливается. Но они рекомендуют. Это меня, знаете, вот анализ этих всех рекомендаций привел меня к тому, что читают одну и ту же литературу, а вот делают раз. То есть это все очень непростой вопрос, и всегда есть элементы субъективизма и индивидуального подхода к этой проблеме. Холестеронин. Японцы рекомендуют в том случае, если диарея не купирована, подумать, не халогенная ли это диарея. Еще раз напоминаю, что одной из причин стойкой диареи может быть нарушение всасывания желчных кислот. И если мы их адсорбировали, они не всосались. Конечно, они не всосались. Холестеронин не заставит всосаться желчные кислоты. Но адсорбируя на себя желчные кислоты, она нейтрализует их с точки зрения влияния на мотор. Дальше масло перечной мяты. Как все любят масло перечной мяты, я не могу вам даже передать слова. Просто обожают. У нас нет в России зарегистрированных препаратов с большой дозировкой перечной мяты. По существу эта терапия явно нетрадиционная, потому что перечная мята не зарегистрирована как фармацевтический препарат, она везде зарегистрирована как биологически активная гормонка. Дальше предлагают набор трав. Вот вам, пожалуйста, терапия, которая комплементарная, о которой мы говорили. Японцы прямо написали свой сбор, который они апробировали согласно доказательной медицине и получили хороший эффект. А дальше посмотрите, пожалуйста, акупунктура. Ну, с акупунктурой никто ее пока не рекомендует, но во всяком случае вопрос обсуждается. Вот вам, пожалуйста, та самая, так сказать, терапия нетрадиционная, западная, которая обсуждается достаточно активно. Вот про и при симбиотики, где все, снова же, очень разнообразные плюсы-минусы. Кто-то да, кто-то нет, кто-то это разрешает, другое не разрешает. Элементы субъективизма в интерпретации данных, а данных просто безумное количество по этой группе препаратов, безусловно, существует. Ну и то, что меня удивили в очередной раз японцы, они рассматривают возможность использования даже антиаллергических препаратов для лечения СРК. Это было для меня искреннее изумление. Но во всяком случае, я бы назвала, так сказать, эту картинку «Кто во что гораздо». То есть отношение в мире к этой проблеме, вы посмотрите, сколько предлагается всего для лечения этого состояния. То есть, в общем, эта ситуация, при том, что давно знают, давно изучают, звенья патогенеза известны, вы посмотрите, как по-разному относятся к лечению. Ну вот про масло перечной мяты, я даже картиночку, сама я в очередной раз на нее посмотрела и, так сказать, слайд сделала. Вы видите, сколько? 4-е столетие использовали.
считает, что работают через гладкую мускулатуру. И системный обзор 5 рандомизированных исследований показал прям хороший эффект. И боли в основном за счет все-таки спазмолитического его эффекта и рассматривается как по существу альтернативный метод лечения боли. Что касается непереносимости пищевых продуктов, тоже я хотела здесь еще раз, я, собственно, уже сказала про иммуноглобулины с пищевыми продуктами, очень сложная система оценки. Вообще все, что касается влияния продуктов питания на наше здоровье, коллеги, здесь очень много от лукавого, очень много индивидуального, очень много от головы, а не от продуктов. Доказать влияние системы от, ты не будешь есть, там, условно говоря, яйца, и кто отслеживал, сколько ты будешь жить, если ты не будешь есть куриные яйца. Ты представляете, как это даже поставить-то этот эксперимент, совершенно непонятно. Поэтому относитесь очень критично к рекомендациям по поводу питания, будьте очень гибки в этом вопросе. То, что питание влияет, да, доказать взаимосвязь реально крайне сложно. Поэтому здесь вот как раз вот этот и должен, где пришел пациент, который одержим идеей грамотного питания. Ну, конечно, имеет смысл подкорректировать, чтобы не было мальнутриции. Не надо его разубеждать, что никак не влияет, потому что это неправда. Но дать жесткие рекомендации весьма сложно. И мы с вами знаем, я совершенно не сторонник, например, различных вариантов вегетарианства. Ну, прям совсем не сторонник. Вот прям совсем не сторонник. Но я реально вижу целый ряд людей, которые прекрасно себе существуют некоторое время. Единственное, что мне кажется, что у них психика меняется. Вот, ну, как бы, как есть. Ну и микробиота, конечно. Из микробиота сколько потрясающих картинок, как она действует и на мозг, и на кишку, и на что только она не действует. И огромное количество работ по этому поводу. И вот интереснейшие работы, вот посмотрите, 21 год, механизма, посредством которого микробиота передает сигналы мозгу. Как вы сказали, психика у них меняется. В какую сторону? Ну, видите, я же я увидела это, да. Понимаете, я не знаю, или потому что они вегетарианцы, она поменялась, или она сначала поменялась, а потом они стали вегетарианцами. Но они меняют отношение на происходящие события. Я не знаю причинно-следственной взаимосвязи. Мне не депрессивно, нет. Я бы даже сказала слегка эйфоричную. Но это взгляд не психиатра вообще. У меня нет психиатрического образования, нет психотерапевтического образования, поэтому это просто мое абсолютно субъективный взгляд на эту проблему. При этом с точки зрения здоровья, честно говоря, у многих у них я не вижу даже железодефицитного состояния, которое, по идее, должно развиться. Но у многих есть. И это, как минимум, очень настораживает в отношении вплоть до клинических проявлений железодефицитного состояния. Волосы, ногти, кожа, все это реагирует. Это то, что мы видим обычным методом. Поэтому я отношусь к этому, так скажем, весьма гибко, не являюсь сторонником. Я являюсь сторонником сбалансированного, так скажем, питания. Вот. Но особенно надо тоже понимать, что я все-таки живу в достаточно непростом сибирском климате. Это тоже надо понимать. Может быть, если бы я жила под солнцем, была бы одна ситуация. Мы тоже должны понимать, перепад температур в Сибири, то есть, условно говоря, 35 минус, а летом плюс, бывает не плюс 35, то 70 градусов перепада, но это прямо так вот ощутимо для жизни. Вот, поэтому, может быть, в связи с этим мои взгляды. Может быть, если бы я жила, так сказать, в более благоприятном климате, я считала, что это, может быть, была бы более терпима к этому, скажем так. Вот, поэтому вот эти моменты, это я просто перечисляю огромное количество исследований по микробиоте и СРК. И вот они, рандомизированные клинические исследования, просто невероятное количество. Какие только штаммы не оценивались, в какой комбинации они не оценивались. Значит, что в целом я хочу сказать по пробиотикам из последних моментов? Вот что я бы хотела ключевое сказать. Первое. Чем моложе, тем лучше помогают.
это железно совершенно. У более старших возрастных групп пробиотическая терапия помогает хуже. Второй момент. Полиштаммный, то есть там, где включается несколько штаммов, помогает лучше, чем моно. Исключением является только сахаромицет и боулярди. Это совершенно уникальный, просто уникальный микроорганизм на всех континентах. Нет ни одного континента, в котором бы его не использовали. Это говорит, ну как бы само за себя, вне сомнений. Причем производит малюсенькая французская фирма. Практически один его и производит. И на какую бы конференцию, в какую бы часть мира ни приехал, он там есть. Огромное количество строгих доказательных работ по этому препарату. Все остальные, как я сказала, честно говоря, лучших комбинаций используют. Как это препарат, скажите? Ну, у нас он называется Энтеро, как он у вас называется, не знаю. Так же называется, просто они, видите, по-разному везде называются. Это сахаромицет боулярди. Это из моно. Все остальные, я имею в виду, комбинированные. Вот. И следующий момент – это, конечно, длительность применения. Понятно, что это не препараты недельного назначения. Это препараты должны назначаться хотя бы месяц. Они мгновенно ничего не перестроят. И следующий момент, который во всей последней литературе зарубежной четко про них прописан. Если не помог один, попытайтесь поменять штамм. То есть не ставьте полностью крест на, вот, на, так сказать, этом, соответственно, препарате. Попытайтесь поменять на другой. Ну вот, собственно говоря, из, так сказать, последних моментов, что есть. Я немножко не уложилась, так сказать, по графику, но мне кажется, мы с вами завтра продолжим обсуждение, если вы не возражаете. Я не буду комкать, так сказать, скомкать, потому что есть моменты, на которые мне бы хотелось ваше внимание зафиксировать. Ваши вопросы по сегодняшней теме. У меня вопрос. Вот обычный ферол назначает 5 дней. Вот, если... Смотря с какой целью. Например, при диарее назначают. Да, инфекционное. Да. Это в отношении ферола так и есть. А я говорю про СРК. И про длительность, соответственно. Он может назначаться до 3-4 недель, если говорить про него конкретно. Инфекция, да, вот. Хорошо. Вот еще один вопрос. Вот дрявый кишечник. Один раз к нам приехали из Новосибирска. Нет, я забыла. Неважно. Да. Речь идет о нарушении проницаемости кишки. Да. Это очень активная проблема. Я уже сказала, больше 10 лет. Огромное количество работ по этому поводу. И появились новые препараты, очень разные, и комплементарной терапии, и стационарной, и такой традиционной европейской, которые влияют на состояние. На состояние много факторов влияет. Из более или менее доказанных, это препараты, если не говорить о комплементарной медицине, те же пробиотики, и это рибамипид, препарат, который влияет на состояние слизистой. Я не знаю, зарегистрирован он у вас или нет. У нас их сейчас несколько, есть и оригинальная, это японская молекула, совершенно уникальная, очень любопытная, она влияет на состояние барьера. Рибамипид он называется, это название самой молекулы, да. Вот. Оригинально у нас называется рибагид, но в разных странах, в частности в Японии, ну надо сейчас мне натужиться и вспомнить, как он называется, он называется по-другому, но активно действующее вещество это рибамипид. Он влияет вообще на простагландиновый обмен и на взаимоотношения между клетками. Синтетический простагландин у нас практически сейчас нет никаких, только немножко у гинекологов. Они тоже влияют на этот же, соответственно, барьер. Ну и сам по себе вопрос купирования воспаления, этот барьер как бы восстанавливает состояние слизистой. Один вопрос такой. Вот, после съедания... Теплое, что моча становится розовой, это доказательство? Нет, того, что... нет, это не доказательство совсем, причем не просто совсем, а вообще не совсем. Я бы даже более жестко сказала, это абсолютно ерунда. Компоненты красящие в норме всасываются, никакого отношения к дырявой кишке это не имеет вообще, прям совсем вообще. У здоровых абсолютно людей
компонент, который есть в свекле, всасывается, это нормальное явление. И если ее съел много, оно выводится с мочи. В интернете есть информация, что при железодефицитной анемии, вот моча, это после съедания свекла, моча красится в розовый цвет. Она красится у всех. У кого есть железодефицит, у кого нет. Все зависит от количества съеденной свеклы. В единицу времени. Вы не рекомендуете сырые овощи и фрукты, да? Почему? Рекомендую в разумные. Нет, при диарее. Ну, вы понимаете, в чем дело? Вот понимаете, это очень индивидуально. Вот приходит к вам человек, который говорит, ну, я не могу без. Жизнь моя вообще к нулю сводится, если я не ем там чего-нибудь. Поэтому вы подбираете просто тот набор, который ему как бы нормально переносит. Отварном или там в парном виде? Или заменяете, или подбираете. Это очень индивидуальный вопрос. Понимаете, ликвидируя общие овощи и фрукты, даже если мы их ликвидируем, то это должно быть на короткий интервал времени. Человек недополучает. Клетчатку, минеральные соединения, витамины. Майнутриция страшнее, чем все остальное. Поэтому, если я говорю про фудмэп, я поэтому 15 раз и подчеркнула, что очень на короткий срок под вашим контролем и с пищевым дневником. В противном случае очень аккуратно. Сейчас во всей литературе зарубежной появился термин относительно новый, хотя по сути старый. Называется триггеры симптомов. То есть пациент ведете какой-то дневник, и если пациент вам говорит, что пища вообще, вся пища является триггером всех гастроинтестинальных симптомов, ну, коллеги, это психиатр. Это пищевая аддикция какая-то. Я серьезно об этом говорю, потому что это серьезный может быть очень вопрос. Это просто быть не может. Спасибо большое. Готовьте вопросы, с удовольствием на них отвечу. Если вы хотите, чтобы я какие-то акценты по-другому расставила, я открыта для обратной связи.